환영합니다, 관리자님. 저는 관리자님을 인도할 안내자 베르길리우스입니다. 출발할게, 부릉부릉. 지옥으로 출발하지. И всем-всем привет, народ! Большое спасибо, что подключились, и вы вновь на канале Starlight, и мы продолжаем играть в Limbus Company, компанию Limbus. Знаете, такой очень забавный момент, то чувство, когда предыдущая неделя прошла под знаком нового прохождения, да, Alchemy Stars, который там выходил чуть ли не каждый день, и это очень забавный момент, да. То есть я ж обычно не выпускаю контент часто, особенно вот в последнее время. Да, у нас там раньше по две серии было в неделю, и сейчас типа стало по одной. Я такой типа, блин, так мало всего. Ну, по времени имеется в виду, которое можно потратить на выпуск видосов. И тут внезапно выходит Alchemy Stars, типа полуторачасовая серия каждый день. Я такой типа, черт. Черт, моя отговорка больше не действует. Тут дело на самом деле в заинтересованности. И самое-то смешное, что я не думаю, что я как-то мало заинтересован в Лимбусе, как там Маскарад, например, писал и все такое прочее. Да нет, мне интересно дальше двигаться, смотреть. Я не знаю, в чем прикол на самом деле. Я думаю, что мог бы делать по паре выпусков в неделю в перспективе, но это мы... не в ближайшем времени, потому что в ближайшее время, там вот после Левиафана, будут еще записываться, ну, даже дело не в Левиафане, а дело вот в том, что мы сейчас подходим к тому, что дополнительные эпизоды будут выходить по Миррорке, и это так и так будет больше видосов в неделю, поэтому как бы пусть вот этот момент пока что пройдет. Дело в том, что начиная вот с вот этого вот времени, с года, с этого, я же начал типа читать еще и классические произведения, заливать видосы на канал, да? И там выходит, даже несмотря на то, что три видоса того же Моби Дика в неделю, и в каждом выпуске зачастую бывает больше одной главы, все равно у нас уйдет какое-то время на то, чтобы его прочитать. То бишь я подсчитывал, мы только где-то к середине лета дочитаем Моби Дика, что на самом деле дичь, потому что он не такой большой. 50, точнее, 550 с чем-то страниц, и, ну, как будто бы, да, но при этом выпуске они там выходят, там больше 15 минут каждый, ну, я думаю, мог бы я делать там и часовой выпуск чтения Моби Дика, но я думаю, что это прям многовато немножко получится, как вы считаете вообще. Вот, там все равно их смотрит не так уж много людей, мне кажется, что большей части людей интересно все-таки... наверное, мои мнения какие-то насчет того, что я читаю, реакция и так далее. Из разряда, что, ну, ладно, аудиокнига или просто книгу можно прочитать и так. Я уверен, что большая часть народу так и считает. Хотя, с другой стороны, вон там, этот, вон там,
детектив искажения выходил в таком же формате, да, и потом там люди там что-то спрашивали, туда-сюда писали и так далее, и в целом это, наверное, народ устроило, или вообще Wonderlab, в котором не было моего голоса и так далее. Так что я думаю, что мы в любом случае закончим Моби Дика так, как я его уже начал. Возможно, серии будут немножко побольше. Напишите, что вы думаете. Ну, насчет того, что, а может быть, стоит там делать серии хотя бы по полчаса. Ну, потому что я думаю, что их просто удобнее смотреть, когда они в районе 15-20 минут. Ну да, больше, может быть, если глава большая, но тем не менее. Пишите, что вы думаете насчет этого дела. И насчет будущего, само собой, тоже. То есть, потом же, само собой, мы будем читать по-любому «Грозовой перевал», да, чтобы... Ну, просто понимаете, в чем прикол? Когда ты знаешь оригинал, оригинал знать не обязательно. Абсолютно. То есть, это просто даст тебе забавные параллели и все такое прочее. Хотя, на самом деле, мне кажется, что если ты знаешь оригинал, это тебе будет отчасти мешать, потому что ты будешь такой: «О, а это вообще не так, как было в оригинале. А тут почему так сделали? А тут почему поменяли, да?» Но с другой стороны, у тебя будет какая-то подкованность, да, и с другой стороны, интересно как-то даже оценить, как тут адаптировали, ну, моменты. Понятное дело, что с одной-то стороны, это адаптация получается, с другой стороны, это адаптация, вплетенная в историю. Как я говорил, какой-нибудь God of War, например, да, вроде греческая мифология, там, боги Олимпа и так далее, но при этом это все свой сюжет какой-то. Вот, ну или что-то вот вроде того. И мне действительно интересно, как они будут развивать историю после того, как посвятят вот эти вот главы грешникам. Мне, я даже не знаю, отчасти хотелось бы, чтобы они за гранью книг начали продолжать как-то вот историю вести, да? А не то, чтобы, допустим, они вот про 12 грешников расскажут вот этими книжками, и потом вздумают, типа, какие-то другие книги использовать для раскрытия. С одной стороны, опять-таки, это интересно. С другой стороны, хочется увидеть, как они рассказывают историю, как в какой-нибудь там библиотеке руин или так далее, да? То есть, да, там Вавилонская библиотека, вся фигня. Но чтобы, да, Роландовская вот эта вот штука, да, и так далее. Но это лишь вкрапления были какие-то свои, да, это не... истории персонажей основаны прям полностью на каких-то книгах, так что не знаю. Вот, так что «Грозовой перевал», который у нас будет посвящен Хитклифу и который будет после Моби Дика, он меньше, там, по-моему, страниц 400 или 350, а тут типа 550 в Моби Дике, так что он прочитается быстрее в любом случае. И мне интересно ваше мнение. Это не обязательно, что я вот прям вот так вот сделаю, но что вы думаете насчет формата вот этого вот? Потому что я хочу дочитывать произведение до того, как мы закончим главу, посвященную грешнику. Да, ну потому что, а смысл потом, когда ты пройдешь главу, дочитывать? Все равно моей какой-то супер там реакции в книге нету, да, условно говоря. Опять-таки, с одной стороны, интересно мою там реакцию какую-то в книге видеть, с другой стороны... Но это ведь неплохая аудиокнига получается, я надеюсь, которую просто можно врубить и послушать, да, не отвлекаясь на какие-то мои мысли и все. В общем, пишите ваши предложения и мысли насчет этого формата, я их с радостью почитаю. Сегодня мы продолжаем дальше двигаться по 4.5 главе. Ну да, у нас никаких не будет сегодня ни истории, ничего. Разве что, я думаю, сегодня настал момент, когда мы наконец-таки... разрешим моменты с шардами. Еще раз скажу, меня так удивило, что большая часть людей в Дискорде отписалась, что у них вообще шардов нету, и что они уже давно получили все идентичности и эго, и что, в принципе, они все это дело сливают на конвертацию в нити. Для меня это так удивительно было, потому что, ну... Да, я играю раз в неделю, там, захожу пофармить, там, туда-сюда. У меня нету платного батлпасса, я не хожу в мирку. И, наверное, делаю все именно это из-за этого. И не стоит как-то, ну, как-то говорится, ну, как-то
типа, блин, я чё, иду так медленно, что за фигня? Ну, потому что это абсолютно логично. В общем, что я решил? Мы уже выкупили, вроде бы я это вам показывал, но почему-то я этого не помню. А, вавное, наше первое вавное эго на Исану, но, по-моему, я его даже не показывал в бою еще. Или показывал. Я не помню, кстати. А, этот Саншаур, само собой, с дрейфующей лисы, и он реально хорош. Я раскидал вот так вот. Я все еще коплю коробки, и вроде как все еще на следующей неделе не закончится сезон. Там вот они наконец-то анонсировали следующий сезон, откуда люди узнали, когда у него дата начала. Может, я просто слепой? Ну, может быть такое, неважно. И там опять шарды насильно переведут в нитки, не все, но все-таки. Я рассчитал так, что если у нас меньше сотки шардов на грешники, то я даже не буду рассматривать ни эго, ни идентичность у него в магазине. То бишь, Грегор, Хитклифф, Риошу, Дон и Сан. Я мог бы вкинуть вот эти коробки и купить для них чего-то. Но для всех других ребят у меня там вон больше 100, где-то дальше, даже больше 150 или даже больше 200. Как будто бы профитнее купить чего-то на них. И тогда мы сможем купить даже несколько всякого. Да, чтобы вот так вот постепенно чего-то выкупать. Я смотрел, осмотрел на самом деле, чего мы можем купить. Прикидывал там на синкинг что-нибудь, на ближайшие, на блиды и на все такое прочее. И знаете, я не скажу, что я нашел прям чего-то такое невероятное для вот именно синкингов и блидов. Дичи я не готов к ним пока что. Потому что у них какая-то изощренная механика по сравнению с другими, я имею в виду, идентичностями. Не всеми, но с большинством, которые вот этот вот какой-то вот инсайд, какие-то щиты, какой-то вот синкинг, и все вот это вот замешано на каком-то дискарде, там еще агро. Я понимаю, что это возможно просто, если, ну, просто посмотреть, как это работает, но по сравнению с, ну, не знаю, Севен, какой-нибудь там Фаус, который просто накладывает рапчер и все это стакает, и все, это намного, ну, как-то хитрее, да? Просто в этом нужно разобраться. Не нужно мне писать, как это работает, я когда-нибудь к этому приду, но это, очевидно, не первая какая-то синкинг-тима будет. Я очень бы хотел цветочного Исана, но он вроде бы будет в следующем сезоне уже доступен, как я понимаю. То есть он был во втором сезоне, типа в четвертом через сезон можно будет выкупить. И он очень хорош для синкинг-тимы. Так что у нас все еще рапчер-тима, после нее будет тремор-тима, точнее то, что я смог собрать. Конечно, было бы неплохо регрет-фауст, но регрет-фауст, по-моему, была со второй Вальпургиевой ночи. И только в следующей Вальпургиевой ночи, неизвестно когда она будет, где-то в середине сезона, можно будет купить. К тому моменту я, скорее всего, уже буду тремор тиму юз. Ну, короче, посмотрим, как все это дело будет. Я, скорее всего, менять ничего не буду. Уже. Но на будущее вот чего-то потом вот собрать можно. Но пока что я не вижу здесь ничего такого. Да, есть энкорп, ребята, но это своя какая-то штука. Я хочу пока что отложить этот момент. Хотя мне ничего не мешает собрать вот эту энкорп тиму через гвозди. У меня там она вся есть, тем более, что, да, просто как будто бы купить вот эту вот Фауст, которая в кромеровской штуке. Я посмотрел, как они работают, они, ну, выглядят очень прикольно. И, возможно, все-таки стоило, но я не знаю. Я, честно, не знаю. Я как будто бы просто хочу бледовиков сначала почекать. Типа, ну, типа, в этот раз имеется в виду, вроде, сейчас я покажу, вроде Риошу из Куракума, да, которая вот это вот блит, вот это вот просто какая-то, ну, вот такого типа, тем более, что она, по-моему, из ранних сезонов, да, на самом деле, и энкорп, ну, короче, ну, вы поняли суть, я вот этот тип хочу персонажей сначала прочекать, а уже потом спешл блит, как я его называю, ну, то есть, например, у нас есть рапчер команда. Да, ну вот как раз таки Рапчер Тима, которая работает через чарджи, усиливает свой урон, и многие ребята используют этот чардж, чтобы чего-то еще себе сделать. То есть там, а этого у меня нету,
А, ну, чтобы там, например, дебафы какие-то накинуть там, да? Или там рапчер, или еще чего-то вроде того. То есть вот это вот такой специализированный ресурс, который ты там можешь юзать, чтобы чего-то еще накладывать. Вот, рапчер, либо чего-то вроде того. Хотя это не чисто через чардж, но вы поняли. Так и типа энкорповцы для меня примерно такая же штука, что это вот гвозди, это отложенный блит, от этого там еще стакаются всякие приколы. Я хотел бы энкорп тиму чистую почекать, но я думаю, что мы это будем чекать уже после чистых бледовиков, после чистых этих, как они, синкинг ребят. То есть я хочу вот эти чистые команды сначала доиграть, дочекать. А уже потом, когда мы вернемся к чему начинали, мы будем смотреть какие-то, ну, другие более интересные варианты. Так что я примерно вот так вот посмотрел, чего мы можем купить. Прикинул, посмотрел. И решил просто не париться. Кроме того, идентичности, которые у нас с третьего сезона, куда мы еще сюжетно не заходили, я фактически не хочу их смотреть. Ну, кроме ноль вот этих вот сезон ребят, которые, ну, не привязаны к чему-то сюжетному напрямую. Вот. Так что вот так вот я себя ограничиваю. И, в общем, я так примерно посмотрел, что я хочу. И, ну, по сравнению, сколько там у меня шардов, я решил просто не париться и купить девочек из Лью. Потому что после Синкинг и Блид Тим, вернувшись в начало, мы, скорее всего, вернемся к Бёрну, с чего начинали. А вот эти подруги из четвертой секции, они очень хороши и простые, тем более, что это преступление не покупать Измаил. Вот, но здесь вот реально Бёрн лютый, смотри. Алый пинок, чистый Бёрн. И причем тут добавили эту тут фишку с тем, что, ну, можно сразу на разных тирах смотреть, это реально круто. За каждые три бёрна на цели получаете на еще и силу. Лобовое нападение, тоже бёрн, бёрн, бёрн. Больше бёрна, больше каунта. Point power за бёрн. И удар локтем внутренних врат какой-то, вот этот вот. Да. Если цель побеждена или застагерена, получает буст плюс монеткам, да еще вот это вот все. Это реально круто. И каунтер еще накладывает Бёрн. Ох уж эти новые идентичности, хотя она не такая уж новая, у которых, блин, столько преимуществ перед старыми идентичностями. Я уже в Дискорде предлагал, хотя, ну, как будто мое предложение много стоит, ну, в принципе, для мунов. А как было бы здорово, если бы старые идентичности... Да, логично, что как может быть шестая секция Лью, допустим, быть круче четвертой? Так сделайте как-нибудь так, что они, я не знаю, эволюционируют как-нибудь, ребята, или, мол, им там предлагают повышение, и в каком-нибудь пятом оптае какой-нибудь там Грегор из шестой вроде он секции, или из пятой, не помню, ну, в общем, он берет и становится там каким-нибудь Грегором из Лью четвертой секции наравне с вот этими девчонками. Это было бы реально круто, по-моему, чтобы актуализировать старые там идентичности, чтобы, ну, не было такого, что смотришь ты такой на условную, еще раз говорю, Риошу, да, из четвертой секции двушку, смотришь на какого-нибудь Грегора или Ханлу, или на Мерсо из этого всего, и сидишь и думаешь, а нафига он мне нужен? Нафига он мне вот с такими вот монетками, вот с такими приколами? Да, тут есть, конечно, свой прикол, да, но... Ну, вообще, кстати, если вот так вот посмотреть, то здесь, смотри, баланс присутствует. Тоже есть вот на Coin Power повышение. Так что, может быть, это не совсем рентабельно то, что я предлагаю. Просто я не смотрел их на четвертом оптае. Такое, в принципе, возможно. Окей, ладно. Так что я куплю Измаил. И я куплю Родю. Вот эту вот новую из... смотри, какая она. Из Лью. Причем она еще и директор. Я думаю, что уже только ленивый тут не пошутил про то, что теперь у нас есть ход мами. Да, по факту. Но почему бы и нет? Давайте посмотрим. Итак, мы сможем купить несколько. Смотри, 236 у нас. Я даже воспользуюсь калькулятором, просто чтобы, знаете, оценить, насколько я везучий, как обычно. Да? Просто мне сейчас так лень это все высчитывать. Ну сколько там? 164 взял, посчитал.
164 разделить на 2, 82. Правильно? Правильно же, 82 на 2 минус 400. Ну да, я правильно посчитал. Ну ладно, 82 коробки. Давайте откроем, посмотрим. У меня их почти 300 штук. Так что, думаю, все будет нормально. 82 коробки использовать на Измаил. И должно быть 164. Ну-ка, раз. О, нифига, не повезло в этот раз. Да, мы, конечно, очень близки, но столько коробок открыть, это, конечно, обидно. Еще две. Среднее значение, еще одна. Ну, то есть мне там как раз нужно. Ладно. Что-то как-то в этот раз не так сильно везет, но... Вот видишь, чуть-чуть вот прям вот вообще идеально мы сюда вошли. Думаю, это будет замечательное пополнение для нашей коллекции. Но опять же, юзать в ближайшее время я ее не планирую, но пусть как бы будет. Да? Блин. Это же типа Пельмешкина. Измаил Пельмешкина, замечательная. Ну кайф. Она еще говорит с набитым ртом. Звал меня? Блин, язык обожгла. Ну ладно, как я могу помочь? Я обожгла не только язык. Точнее, ну... Короче, пусть будет. Прекрасный Измаил. Так, давай посмотрим. Хочешь чего-то на пути назад? А, типа не против этой лапши типа с говядиной на пути назад? Только за. Хорошо, и вот это вот Лью. 155, ну 150 не делится, значит меньшую сторону 154, а значит 156, 256, да? 256, это 128 коробок надо еще открыть. Вот, ну и это большая часть тех, что у меня есть. Сколько 128 коробок и должно быть еще раз 256 на Родю. О, смотри, а вот тут вот прям повезло, рулетка сработала в сторону Роди. Это прям реально прекрасно. Все. Причем она одна из самых свежих идентичностей, поэтому очень приятно ее заполучить. Блин, это же вот эта мемная Роди. Это Чиби Родион, блин, ты посмотри, какая она замечательная. Реклама Хам-Хам просто из ниоткуда. Блин, ходить по магазинам — это одно из самых величайших времяпровождений в этом мире. Чудно. Хорошо, куда пойдем кушать в следующий раз? Блин, ну замечательная Родя. У Измаил просто, знаешь, типа, ты только что поела и столько еще взяла с собой. Сколько в тебя входит? У нее еда в правильные места идет, так что не тебе ее судить, Измаил. Блин, какая... Вот какие вот особенно новые идентичности реально красивые. Это же, ну, реально круто. Это реально кайф, ребят. Это реально кайф. Я, кстати, поменял вот здесь вот немножко картинку. Хватит чего-то делать и просто прими это. Сопротивляться. Не сопротивляйся, просто прими. Я вот так вот поставил чисто ради интереса, но думаю, я как-нибудь верну обратно. Но мне просто было интересно вот это вот идентичность здесь почекать. И у нас остается 59. То есть из этого можно добыть, ну, может быть, где-то 120. Или чего-то вроде того. И я вот так вот посмотрел, у нас еще очень много у Ханлу. Этих самых шардуов. Обидно будет, если я не смогу здесь чего-то выкупить. Потому что даже сейчас я смогу получить, ну, 340. То есть это еще коробок 30 нужно. Смогу ли я эти 30 коробок получить за неделю до следующей серии, я не знаю. Посмотрим, как вот это вот дело пойдет. Скорее всего, нет, учитывая, как я хожу вот в это вот. Да, я, кстати же, получил озвучку Измаил. Ну, я это пока... Я почему-то забываю. Когда записываешь раз в неделю 128 левел, там туда-сюда, у людей там за 500, за 800, блин, это страшно. Честно, страшно. Вот, так что, сколько-то коробок я точно получу, 100%. А как это будет на самом деле, я не знаю. Мне вот интересно, люди получают по 16 коробок с Battle Pass с каждого уровня, вот здесь вот, или как? Потому что если так, то это, ну, чит-код какой-то.
нереальное. Не столько коробок получают в целом за этот Battle Pass, что... Я говорю, я уверен на 100%, что люди, которые просто играют в игру жестко, даже не жестко, а там в мир уходят с купленным Battle Pass, ну, как будто бы и неудивительно, что у них все есть, да? Если вот так вот задуматься. Но мы пополнили, еще раз говорю, нашу коллекцию новыми идентичностями, и это просто прекрасно. Да, осталось все это дело повысить когда-нибудь в будущем, и все это будет прекрасно. Знаете, мне на самом деле очень нравятся арты идентичности из Вальпургиевой ночи. То есть, они очень красивые. Ну вот просто вот посмотрите, еще вот этот вот эффект по бокам, как будто бы, ну, разрыв такое пространство. Особенно мне нравится, на удивление, Ханлу, как выглядит. Ну вот просто, ну я не знаю, вот этот вот арт, он невероятно красив. Видно прогресс в рисовании их артов с релиза. Вот. Я бы купил вот этого Ханлу для коллекции. Чисто если бы мог, но как-то вот не получается. Больше купить я ничего не смогу, да? Ну, то есть, Риошу разве что. А я коробки потеряю, напишите, или как? Вот эти вот, которые у меня есть, они же типа третьего сезона, или они у меня останутся все-таки? Напишите, это очень важная тема, или я только потеряю шарды, которые здесь, ну, они переведутся в нитки, и все, ну, половина из них. Будто бы даже так, 110 останется у Ханлу, и на следующий сезон. Я просто хотел бы у Ханлу чего-то еще купить, но пока что об этом рано говорить, потому что не факт, что я смогу накопить это все. А если я не смогу накопить, то, скорее всего, я... Ну, и насчет коробок напишите. Я просто, я не знаю, вкину в какую-нибудь там Риошу, чтобы было 150, да, и просто куплю ее и злью. Не потому что она там, опять-таки, мне прям резко нужна, хотя это будет прям такая троица девчат из Лью, а чтобы, ну, шарды пошли в дело, да, чтобы они... Ну, хотя оно так и так в дело пойдет, оно в нитки превратится. Ну, короче, надеюсь на ваши штуки. Еще насчет ивента, он заканчивается буквально вот сейчас, ну как, то есть до следующей недели уже нет, поэтому нужно будет чего-то решить, что мы будем... А, кстати, можно ящики купить здесь. Я уже точно не накоплю какое-то такое большое количество. Но опять это из-за того, что вот ходил бы в Миррорке, был бы в актуале, чтобы вот здесь вот ходить, да, записывал бы серии почаще, возможно бы... Ну, короче, я не знаю. То есть, с одной стороны, как будто бы интересно было бы записывать серии почаще, с другой стороны, ну, вот говорю, чтение и так далее, тоже это интересно, чтобы было. Я не хочу от этого отказываться. Как будто бы реально можно просто спустить на ящик. Я, наверное, так и поступлю, все остальное не так интересно. Спущу просто на ящики, и все. А у меня билетики, кстати, есть, чтобы там крутки сделать дополнительные? Нету. Ну ладно. Ну, там, скорее всего, апдейт какой-то вот выйдет с новым Хитклифом, которого анонсировали, и дадут 300, как обычно. В следующей серии можно, ну или когда он там выйдет, можно будет сделать дополнительную крутку, а вот чего-то и выпадет. Вот. Реально, да, можно. Да, я думаю, я примерно рассчитаю. Допустим, если что-то купить на Ханлу, это 180, это нужно 90 коробок. То есть я говорю, 30 коробок где-то еще, и они покупаются по 5 штук. То есть это 6 покупок. То есть это 15 умножить на 6, это где-то 90. Так у меня хватает. Да, наверное, мы так и сделаем, чтобы не потерять награду отсюда. Вот, так что, видите, это нам помогает. Мы тем временем продолжаем двигаться здесь. Нас ждет бич-волейбол. Ну, вы понимаете, да? В каком смысле? Мне прямо интересно, он нас ожидает. Посмотрим, в общем, как все это дело будет. Ну и все. Если здесь будет 3 боевых эпизода, например, то, может быть, и 3 успеем сегодня. А если будет, типа, с вот таким же сюжетом, то, скорее всего, только 2. Ну, я думаю, вы прекрасно понимаете. С 4, 5, 7. Бич-волейбол. А, мы же еще получим, кстати, сверху. Мы решили воспользоваться советом Дон Кихота и Сана, чтобы залатать растущую
растущую бездну между Измаилом и другими грешниками. Я решил, что нам все-таки действительно стоит попробовать поиграть в бич-волейбол. Может быть, эта активность групповая поможет нам немножко... А, билд-раппер, кстати, это оказывается выражение такое. Ну, типа, укрепить немножко отношения. В «Волчиме Старсе» было такое же выражение. Тут персонажи, я такой, типа, что? Составить раппорт? Ага, это укрепление отношений. Оказывается, фразеологизм какой-то местный. Интересно, мы, кстати, еще получаем вот отсюда лунности, так что, ну, возможно, мы накопим до конца главы еще накрутки. Так или иначе. А где вы будете в бич-волейбол-то играть, мне интересно? Блин, можно... Ай, ладно, давай от этого вот откажемся, друга-товарища. Ну, просто чтобы больше получать немножко хотя бы, ну, вот этих вот... Этой валюты, да? Ну, просто чтобы было. Где вы играть-то собрались? Тут же жижа повсюду, тут же, ну, просто без вариантов. Очень приятно, на самом деле, к этим ребятам вернуться, к этим дурачкам. Ну, я говорю, любя, на самом деле, уже. Как они на этой отмеле застряли. Я сама видела, ну, типа, я сама была свидетелем, сама видела. Что? Чего? Так что я могу говорить с уверенностью, что я нашла... Типа мяч среди вот этого выброшенного на берег ну, мусора. Я мяч нашла, блин, ты вы прикиньте? Так что мы постепенно сами скрафтим наш бич-волейбол. Давайте я потише сделаю, потому что эта музыка, она довольно громкая. Чуть-чуть, на самом деле. Как она разговаривает на этом староанглийском, это просто страшно. Так что теперь у вас права нету отказываться, да? От дара вот этого небесного, да? Когда у нас и мячик есть, и тела. Типа, когда нас ожидает мячик. Ну, как бы, тела, которые жаждут развеяться. И пляж. А где мы играть будем? В жиже просто этим мячом. Блин, вот казалось бы, о чем я говорю, да? Какая игра, блин, какой мяч? Там Измаил на депрессии. Мы готовимся к какому-то опасному путешествию. А Дон такая, ну, пофиг, играем. Мы можем это... Мы что, серьезно это будем пляжем продолжать называть или что? Ну, то есть, как бы, да, Измаил это пляжем назвала, ну, чисто технически береговой линией. Как мы будем в жиже в это играть, ты шутишь? Дон Кихот, я же сказал тебе, мы здесь не на отдыхе. Ну да, но мы же решили вроде как. Немножко выдохнуть. Я вполне себе осведомлена об этом, дрожайший Грегор. И я... Блин, какая она забавная. Я говорю, я на самом деле потерял момент, когда она перестала меня раздражать. Я не помню. Это настолько плавно случилось, и она просто забавлять меня начала, что... Ну, я не знаю. Так что я, конечно, принимаю, да, этот совет. Ну, что типа, давай посерьезней. Но я просто не могу отказаться, когда сердце просто трепещет. Когда сердце просто вот все отдано вот этому предложению, да? Ну что там, Исан, Данте согласны. Когда у нас есть возможность вместе этим делом насладиться, да? Ну почему бы и нет? Тю. Ну ладно, ладно. Хотя бы улыбку эту широкую сдержи в следующий раз, окей? Ну, в каком плане? Ну, в том плане, что даже если мы будем развлекаться, ты же понимаешь, да, что это будет, ну, удовольствие меньше среднего. Я согласен с Дон Кихот. Мне нравится, как Исан вырос после 4 главы. Даже когда он не улыбается, он просто вот, ну, вот... Гружен вот в эту вот... в эти активности с другими грешниками, они отрешаются, где-то сбоку стоит, да, что вы мне не интересны, это прям реально мило. Исан? Все просто в шоке от Исана после того, как он поменялся просто ментально. Это сильно.
В отражении в зеркале у меня не было таких воспоминаний, что я подобным спортом занимался своими товарищами, да, я хочу что-нибудь, ну, новенькое тоже попробовать. Как он сложными словами, как он вуалирует сознание свое, как он сложными словами говорит о простых вещах. Заметили? Так что, блин, я никогда не играл ни с кем, я тоже хочу. И сказать не могу, что я какой-то особенно талантливый в играх с мячом в целом. Но похоже, что это хорошее время, хотя бы раз, да, такой опыт, чтобы у меня был. Так что... Можно... Ну, так что я только за, что мы примем участие вот в этих играх с волейбольным мячом. Блин, Исан, я не знаю, ни один из грешников после своей главы так не шагал вперед, как Исан, так не менялся. Ну, говорю, может быть отчасти Синклер, но только лишь отчасти. Грегор с Роди, они толком вообще не поменялись. Они просто, ну... Грегор депресснул у себя в голове, дополнительно Роди порофлила... Прикрываясь, да, вот этого прошлого. Специально это сделано или нет, я не знаю. Либо это просто, типа, начало было истории, поэтому не знали, как все это нормально сделать, муны. И не планируют к этому возвращаться. Если не планируют, это реально грустно. Но может быть, когда-нибудь, когда мы будем касаться вновь Дымной войны, может, у Отис все это и с Грегором дальше продолжится, чтобы он как-то тоже, ну... пересилил себя. Такое, в принципе, возможно. Вроде и даже не знаю. Блин, почему вы все так согласны? Этот Грегор такой... Грегор такой, знаешь, неловкий дядюшка. Который, ну чё, чисто таракан. Мы не готовы. Блин, у Измаил все, у нее просто пустой взгляд. И ее это интересует больше всего. Мне ее жалко на самом деле. То есть видно, что у нее прям ПТСР лютый. То есть у нее смесь какого-то вот страха и отрешения внутри. Она, у нее просто блок какой-то психологический. Это напрягает. Но Хитлиф, он все еще зол на нее за вот это вот все. Ничего, ничего, скоро и твоя глава придет, и не обольщайся. Не время играть в игры, блин. Мы и так в последнее время много отлынивали. Нам просто повезло в предыдущий раз. Да нет, как раз-таки в предыдущий раз нам не повезло, нам повезло в третьей главе, я бы сказал, а в четвертой мы нормально сработали, мне так кажется. Измаил начинает практически истекать, блин, жуткой аурой, просто вот эта вот тьма вокруг сгущается, это просто Измаил истекание, натураль, типа того. Может быть... было бы неплохо отвлечь ее внимание на что-то другое, да сомневаюсь. Она, я чувствую, разозлится скорее от этого, что мы занимаемся фигней какой-то. Это же ее натура. Ладно, ну тогда давайте играть. Давайте играть. А что, сетку надо же там натянуть. Место подготовить, хотя бы расчистить его. Мудрое решение. Я тогда мячик пойду принесу. Блин, какая забавная. Ладно. Твою мать, ладно. Это развлекательная активность, которую нам предложил никто иной, как наш управляющий. Так что хватит все гримасы корчить и примите с радостью. Отис, как всегда, просто на подсосе у Данте. Ладно, ладно. Ладно. Я это самое... Надеюсь, что спину просто не потяну во время этой игры. Я, знаете, дед уже в душе. Понял. Я осведомлен о правилах и особенностях этой игры. Я тогда арену расчерчу. Он откуда все это знает, блин? Он просто сидел там... Он все знает. Это просто машина. Машина как для размазывания противников, так и для игры в бич-волейбол, да? Грешники... А, типа, некоторые грешники ворчат, некоторые рады, некоторые не уверены, да, как себя вести. Их реакции разные, может быть. Но, так или иначе, все они оказываются на расчерченном поле для игры в пляжный волейбол, блин. Блин, как эта глава рофлит? Как она рофлит насчет вот всех
стереотипов насчет пляжных эпизодов. Как она это делает, блин? Я подтягиваюсь, надеюсь, что хотя бы эта активность поможет нам разломить холодок между нами, да, возникший, вот эту плотную атмосферу. И проходит какое-то время, мы реально будем играть, лол. Ну что, начнем же, тут даже арт будет, наконец-то, первый, по-моему. А, нет, первый был, когда эта самая Ольга краба уничтожала. Да и, по-моему, не только. Поле расчерчено, на хлюпающей водой вот этой илистой, ну, поверхности. То есть мы хотя бы, ну, хотя по грязи, конечно, хлюпаем, но теперь это просто не жижа вот эта вот вонючая. То есть мы ее все-таки немножко в сторону убрали. Блин, этот мячик. Еще, блин, в цветах таких, чисто как в аниме, блин. А, поношенный мячик, подбрасывает подачей воздух. Ну, я думаю, все играли в волейбол, хотя бы в школе, так что они предполагают. На пляже, я думаю, это то же самое, просто на песке. Блин, они реально играют в мячик. Как играть в игру-то, а? И причем, смотри, и Сан, он такой, типа, снял пиджачки, они все пиджачки свои поснимали, чисто как офисные работники после этого, вот. И Сан, он такой, знаешь, неловкий просто, но при этом ему интересно, он такой, типа, блин, я с друзьяшками играю. Роди и кайфу, наверное, а Измаил просто стоит, как статуя из Доктора Кто-то. Мы что, шутишь, твою мать? Какие игры? Мы прям, смотри, рядом с этим это делаем. Ну, чтобы иллюзию хотя бы отдыха создать. Исан неловко, но мило как-то вот дает вот эти вот признаки интереса к игре. И похоже, что у нас неплохо получается, да? Вроде как, ну, даже нормальной игрой это можно назвать. Типа, да-да, ты довольно хорош, да? Ты типа вот так вот играть, да, вот так вот подача. У вас было такое еще в школе или в универе, когда вас учили, как правильно руки сложить, чтобы мяч идеально отбивать? У вас были с этим проблемы? Было такое? Либо вы сразу типа шарили, как все это дело делать? И он, знаешь, чисто как первый раз играет натурально. А Родя нормально, ей по кайфу вообще. А и Ханлу, по-моему, тоже, да? То есть это такие яркие грешники, которые... Тейдон, которые... Да, у них есть темная сторона, но которые практически всегда на радости на какой-то, да? И они просто такие, хоба, все по одному играют. Все это бессмысленно. Измаил просто стоит. Небось, рядом с ней мячик упадет, она даже не отобьет его. Хотя, кто знает. И даже Отис это самое показывает. Очень забавно, да? Они просто свои костюмы поснимали, куда-то повешали и играют, лол. Отис, я это самое. Ты аккуратнее с подачей. Я думаю, если бы я не уклонился от этого мяча, ты бы пришибла бы меня этим ударом. Но она отдается. Это ж типа управляющий им сказал отдыхать, поэтому она отдыхает на полную, блин. Ну, считай это частью наших тренировок. Так мы ж не в вышибалу играем. То есть, типа, сильные руки, да, ты должен отбивать, учиться там подачи и так далее. А Рёшу... кстати, очень забавная тема. Не знаю, как это дело будет в будущем разворачиваться, но я, делая вставки, а их там почти 40 уже накопилось по всей игре, по аномалиям, заметил, что ни единой вставки нету заметки об аномалии, которую Рёшу выписала. Как будто бы Рёшу такая, просто не лезьте ко мне с этой парашей, я не буду ничего писать. Я не знаю, дальше ли это так развернется или нет, кто-нибудь это заметил или нет, но у нее ни одной заметки нету, просто ни единой. Это мем какой-то уже. Рёшу, тебе это самое... Ты не должна мечом пытаться мяч разрубить, блин, не так в эту игру играют, лол. А Дон просто максимально пытается удовольствие от этого получить, что типа... Я получил мяч! Вперед! Ей! На радости. И Синклер, вот это он где-то на пограничье находится между серьезностью и неловкостью. Синклер прям тоже офигенный. Чисто звуки грешников МП3. Ага. Мы теряем время, которое мы могли бы потратить на изучение характеристик китов. Это, знаешь, очень мемно.
учитывая то, что в Моби Дике очень-очень много, ну, потрачено времени на размышления персонажа, не на действия на какие-то, то есть там буквально челики добирались до Нантакета, место, откуда все начинается, глав 20, по-моему, или сколько-то вроде того, хотя там толком ничего не случилось, там просто размышления, и мне ребята писали, что там будет очень много про китов потом, про то, что они из себя представляют, про какие-то там чуть ли не анатомию и так далее, для меня это просто, что, что, блин, это очень забавный момент, но рано про это говорить, будем про связи, говорить, когда до пятой главы доберемся, я думаю, неплохо, что мы прочитаем хотя бы какую-то часть Моби Дика, немалую, к этому моменту. Вот. Хитклифф тоже, как бы, он все-таки играет. Блин, эти орды. У нас даже компаса нету, который направил бы нас по Великому озеру. Да ничего, купим где-нибудь. Компас не про... Компас — это самая меньшая из наших проблем, я чувствую. Да? Забавно, что некоторые арты, они немного более так вот, как скетчи нарисованы, да? Ну, потому что... Ну, а чё, это бонусная глава, чего вы здесь хотели, это очень забавно. Однако у нас были уже в таком стиле арты, как будто бы там несколько художников работают. Но опять, мне написали, что ты прям почувствуешь с пятой главы, что арт вот такой вот изменился. То есть там именно художник, который сюжетные арты рисовал, поменялся. Тот, который вроде бы рисовал Бейки, тот, который рисует арты идентичности, эго. Ну, они остались вроде такими же, какие есть. Я даже не в курсе, кто там это делает. А вот сюжетные арты поменялся, чел. Но мы увидим. Мерсо отбивает, но тем не менее она просто как подневольная играет, блин. Причем очень забавно, что ей вполне себе удается играть неплохо, находясь в таком состоянии. Проклятие. Этот ублюдок, скорее всего, все еще выжил каким-то образом. Интересно, про кого она говорит. Тут, наверное, столько отсылок для тех, кто знает, что-то в пятой главе будет происходить, я уверен на 100%, что ты потом... Но я думаю, знаете, вы потом, если я на это не обращу внимания, когда-нибудь, да, напишите, что «А помнишь, там в 4.5 главе там говорилось!» И это у нее на самом деле в эго прописано, она об этом постоянно думает, что... Посмотрим, короче. Твою мать, девка! Почему Хитклиффа это так заботит, мне интересно. Потому что он... Ну, он против, да? У него там на самом деле было видно, и вот когда в заметках Синклер писал про дрейфующую лису, что нам стоит как-то помягче к ней туда-сюда, именно Хитклифф на это отреагировал почему-то очень остро и очень негативно. А никто из других грешников, заметили? Почему-то именно вот его это очень сильно бесит. Когда... Какие-то вот мысли, которые тебя сбивают с пути, возникают. И не просто, ну, типа, ну, забей все. А его прям это не просто раздражает, его прям бесит такое. Очень интересно, почему так? Ё-моё! Хитклифф больше не способный выдержать мрачную мину Измаил. Бьет мяч с такой силой, что он чуть не взрывается, блин. Просто в ее сторону посылает. Типа, отбивай, блин. Или он про... А, он просто бьет с такой силой. Не в ее сторону, а просто в рандомную сторону, что типа, достало, блин. Чего? И мяч пролетает прямо... ну, короче... Вот барьер вот этот вот, который разделяет дорогой, типа, пляж, да, и вот этот вот, и прямо в него мячик залетает. И чё? Воу! Мяч, он что, просто взорвался? Так подожди, так это чисто физический барьер, что ли? Как, типа, шоковый, чтобы ты сюда не пройдешь. Там смотри, там просто реально натуральный пляж, белый песочек. Как это возможно вообще? Что там не просто белый песок, а не жижа, как здесь. Чистое море, а не жижа, как здесь. И небо нормальное. Как это возможно вообще? Что это за фишка такая? Это тоже юкорповская какая-то тема или что? Ну типа, мы знаем про юкорп, что они делают стазис мест каких-то. Стазис коробки.
что у них какие-то камертоны непонятные есть. А вот это вот, что это за фишка разделения пространства? Это кто вообще придумал? Там, смотри, там люди, там город как будто бы просто Майами, блин. Девчата просто стоят, блин, серфингом занимаются. Какие-то просто люди под зонтами. Причем, смотри, они как просто в Геленджик приехали, да? И просто сидят и угорают все над нами, что типа, смотрите, эти бедолаги играют в жижи, блин. Ну это же просто дичь какая-то, лол. То есть даже ты на Черное море приплывешь, там тоже есть разделение, типа платный пляж, бесплатный пляж, или неважно куда. Ну это одно море, одна береговая линия, одно небо. А здесь просто как два мира, блин. Думаю, что так. Там, скорее всего, просто плазматический барьер, который мы не можем видеть. Ну, и Хитклифф так жестко ударил, что мяч просто взорвался. Ну, взял игру, всю заруинил. И тут, понятное дело, вроде бы пляжный эпизод, но нас еще раз готовят к пятой главе. Рассказывают про какие-то фишки, про этот район, про озеро и так далее. На самом деле, очень показательно написан этот бонусный эпизод. Да. Полиплазмы? Кто полиплазмы на пляж ставит, блин, да? Силовой барьер кто на пляж ставит? Можно мне пояснение, пожалуйста? Барьер — это подобный, который устанавливают здесь, чтобы отделить гнездо от подворотен. Как, ну типа, границы гнезд в других районах у них такая же функция. Однако здесь метод специфичный, ну потому что это по большей части морской район. Поэтому они здесь реально барьеров поставили. Как, по-моему, где-то было написано в заметках, что всегда четко отделено гнездо от подворотен. Очень четко. И это очень забавно, в самом-то деле. Просто барьер стоит. Ну да, а что бы тут стену не поставить? А нафига? А так зачем? А зачем людям видеть, что-то в подворотнях происходит? Просто вот буквально вот так вот. То есть их... Но этот барьер невозможно пересечь, наверное, только на каких-нибудь КППшках, либо чего-то вроде того. Ну да, разумеется, всегда ставят эти ограды, да, где не попадя, эти челики из гнезд, чтобы не дать ребятам из подворотен забраться в их драгоценные гнезда, блин, да, когда меня бесит тоже. Хотя мы в гнезде были уже. Но этой технологией... А, типа, ну раз уж у них такие технологии нереальные, могли бы запросто бы сделать бы, чтобы мячик просто бы исчез, а не разлетелся бы на куски, как сейчас. Так это типа просто плотная, наверное, структура, к ней можно прислониться рукой там, да? Или как? Это не просто силовой барьер, которого ты касаешься и тебя дезинтегрирует. Ну, для всеобщей безопасности, наверное, да? Что означает... Подожди, серьезно? Что? Они скорее наслаждаются, глядя на то, как люди, которые не в курсе, что это такое, их разрывают на кусочки. Думаю, что богатеи... Ну, для богатеев это развлечение, блин, настоящее. Подожди, серьезно? А в чем смысл? Типа просто развлекаловка для челиков из гнезда? Что типа челик прикоснется и его взорвет? А с другой стороны, это ж так же работает, разве нет? Если это намеренно сделанный барьер односторонний, который разрывает только то, что, ну, свне, ну, это какое-то просто людоедство натуральное. Как бы я не удивлен уже, но это же, ну... Могли же они просто сделать барьер непроходимый, как стекло, и все. Но, типа, в чем тут веселье? Я не знаю. Я когда вот о таких вещах в городе начинаю задумываться, ну, серьезно, не по приколу, а серьезно, и так сразу мерзко становится. Ну, это же просто... За гранью добра и зла, блин. То есть это реально адище какое-то. То бишь это не просто человеческий фактор какой-то, да? Это реально ад какой-то, вот натуральный. У меня нету комментариев касательно
конкретного предназначения этого устройства, этой технологии, или его садистской природы, да. Я ничего не буду насчет этого дела говорить, лол. И Дон просто максимально депресснула. Я же целый час моего времени потратила, чтобы этот мячик найти. Просто Дон Кихот перешла, щелкнула тумблером и перешла в режим Иши, да, версия, или из W Corp. Тадо, чонгшин чарё! Чо гонгтожену сури тэмоне, кэтакчи номдери мульёгу итагу. Так, ну-ка все это самое, собрались. Звук лопнувшего меча, скорее всего, привлечет внимание крабов, да? А, ну а звук вашей игры не привлек бы, да? А то, что с оглушительным грохотом взорвался мяч, они могут на нас напасть. А, ну то есть вот так сюда бой подтянут, лол. То на самом деле сюжет не маленький для боя. Поговорим после этого. С кем вот, вот Хитлиф он реально бесит. То есть, чё ты лезешь, блин, вот Измаил? Ты же не знаешь, что у нее там в голове. Натурально. Или все должны быть такие сильные дофига, что спокойно принимают свое прошлое. Мне интересно его главу потом посмотреть, что она будет из себя представлять. И как вообще это будет происходить. То есть он типа с радостью такой скажет, что типа... Ну, скорее всего, судя по его натуре, не с радостью, а то, что... А, ну типа мы возвращаемся там обратно, там куда-то ко мне домой, ну ладно, окей, таков путь. Да? Я просто делаю свою работу. Если будет такая его реакция, то типа, ладно, окей. Неисправимый просто чел. А если он будет такой, типа, блин, да нет. Да нет. Тогда это будет иронично. Хотя я не могу себе этого просто представить. Я просто не могу. У Хитлифа такая натура. Просто такая натура. Что-то как-то мероприятие по укреплению отношений не возымело эффекта никакого. Этот бич-волейбол, он что-то как-то сомнительно сыграл нам на руку. Угу. Ну да, могу лишь сказать, что в какой-то мере, да, действительно, это мероприятие свело нас вместе, да, только в бою, как это обычно и бывает. Ладно, все пошло к чертям, почему так происходит? Почему это постоянно происходит, блин? Разве за столько времени уже не стоит привыкнуть, блин, а управляющий? Ладно, давай сначала разберемся с делами. Да уж, я чувствую, что насчет всего города так стоит говорить. Уж не стоит ли привыкнуть насчет всего, что здесь происходит? То, что мир просто не меняется, блин, он такой же людоедский, как и был раньше. Ладно, крабы, значит. Снова крабы 35 уровня. Давай посмотрим, что в этот раз. Блин, снова вот эти вот крабы. Да, кстати, огромные просто тексты Анжелы, когда она просто тараторит миллион слов. У нее на самом деле, знаешь, столько, как бы это сказать, фраз. Это ж типа Анжела уровня лоботомии, то есть она максимально желчная. И говорит, я хороша, конечно, во многом, но эмпатия и подбадривание в сделку не входили. То есть участки ядра, которые ответственны за это, они все уже пылью покрылись, так что сори. Блин, это Анжела. Но я не знаю, у нее прям супер какие-то огромные вот эти тексты. И она постоянно болтает, и болтает, и болтает, и болтает. По сравнению с грешниками, с нашими или Данте. Это просто за гранью добра и зла. И типа, ладно, послушать немножко интересно, с одной стороны. С другой стороны, ну, это подбешивает. Ладно, я не в наушниках еще сижу. То есть у меня они просто на столе лежат. По крайней мере, пока что. А вот и Измаил. Похоже, что мы каким-то образом справились. Давайте продолжим наступать. Раз и все, и больше у нее ничего нету во фразе. Этого вполне себе достаточно. И у Малхут на самом деле тоже вот эти вот постоянно максимально на большой громкости. Это, ну, тоже, знаешь, слушать постоянно тяжело. Но мы разбираемся. Я вот говорю, пока что. А это снова обычное.
Прямо сейчас, говорит, мы показали в сражении неплохую эффективность. Вот и все, типа вся фраза. Так вот, все еще не вижу абсолютно никакого толка в этих боях обычных. Потому что я просто прожимаю в тобой и все. Да, потом еще раз. Я уверен, что как-то, возможно, это станет сложнее и комплекснее. То, что так просто мы не будем такие бои выводить. Но вы посмотрите. Да, я понимаю, что мы 40-го уровня против противников 35-го. Ну так и... Ну. Я все вот это вот время, что мы играем, 4,5 главы, так и прохожу обычных противников по большей части. Они просто, ну, иногда требуют немножко вдумчивости, да, и все. Но по большей части это как в фарме проходится, просто левой пяткой. Я вот сижу такой, ну ладно. Какие-то противники. Посмотрю на анимации, как мои грешники их убивают. Еще раз, в этом можно как бы, ну, в это втянуться, да? Посмотреть, как там конкретно работает механика, условно говоря, и с умом к этому подходить, но пока что как будто бы нет никакого смысла в этом всем. Нам дают, конечно, билетики такие. Ну, да, это, конечно, тоже спасибо, но нафига нам нужны бронзовые билетики сейчас? Кого-то с первого уровня поднимают, разве что, но... Нафига? Dissolution. Это что, типа, раздор какой-то? Хотя раздор — это другое немножко слово. Но это типа dissolution, типа расщепление, раздрай или чего-то вроде того. Если я правильно понимаю... Сейчас я чисто проверю. Ну, вообще это растворение означает. Распад, расторжение, разложение и так далее. И это тоже бой, да? Наш план заняться вот этим пляжным волейболом, чтобы немножко снять напряжение, пошел по одному, блин, месту. Мы продолжаем сражаться с береговыми крабами в еще более мрачном настроении, чем были до этого. Я должен что-то сделать насчет этого дела. Мне нравится, как в этой главе Данте просто начинает что-то брать на себя ответственность за группу, за всю. Да, за их благосостояние и так далее. Это реально мило. Это реально мило. По-другому и не скажешь. Блин, этот взорванный мячик. Это, конечно, сильно. Бич и волейбол. А, мы тоже будем просто биться. Возможно, здесь будет какой-то сюжет после. Да, что типа мы же должны разобраться с крабами, и потом мы посмотрим, какой будет у нас этот самый разговор с тобой, Измаил, который продолжает депрессию закидывать в группу. Вот. Ну ладно, здесь боев не так много. Это вам не миллиард сражений с одинаковыми роботами или террористами в 4 главе. Это было за гранью добра и зла. То есть это было даже, понимаете, с неэффективным типом урона. Я, говорит, вижу, что у противника открылась уязвимость. Все ваши предшественники использовали бы эту уязвимость, чтобы добить противника. Да, то есть это отсылочки на Элькур, на Ица, у которого куча было вариаций и так далее. В общем, что я сказать-то хотел. Даже с неэффективными тимами все это проходилось элементарно. Просто это было как гальку жевать. А с эффективным типом урона, я думаю, с эффективным грехом, это бы, ну, просто было бы изи. Изи-пизи. Я говорю, я просто исхожу из опыта своего в этой игре пока что. Может, и были какие-то моменты в обычных вот этих вот боях, которые действительно требовали чего-то там подумать, но по большей части не было. То есть, если в будущем будет, это была успешная охота. Давайте поднажмем, да, и закончим ее. Так вот, если в будущем там будет как-то посложнее, окей, ладно, придется учиться этому всему, но пока что ничего не было такого. Еще, кстати, насчет саппорт пассивок, я говорю, я знал, но как-то не использовал это знание, в принципе. Ну, в том, что когда мы собираем тиму какую-то, у нас должны быть даже грешники, которых мы не используем в бою. Они должны с подходящими пассивками быть, которые будут потом разблокироваться. Я, честно, я знал про это. Но в этом как будто бы не было какой-то огромной необходимости. Да?
이런 과정들을 통틀어 신뢰라고 부른다고 하더군요. Ваши, говорит, вот опять вот это вот Анжела. Ваши сотрудники показывают себя хорошо. Похоже, что вы воспользовались моим советом. И похоже, что это рост между нами так называемого доверия, да, как гласит мой словарь. Я думаю, что это позитивное развитие отношений между нами. Блин, это Анжела, что вы наконец-то меня слушаете. Ага, здесь сюжет. Я вот говорю, еще и мы вернулись обратно вот сюда. И это очень забавная тема, на самом деле. Ну, с тем, чтобы билд этот строить, я думаю, это имеет смысл только когда в хард играешь, или когда играешь в метро, или в какой-то особо замудренный контент. И я думаю, что вот большая часть ребят, которые особенно играют много, играют в этом в более сложном контенте, потому что большая часть игры для них это просто левой пяткой проходимый контент, который не вызывает практически никакого интереса. И вот да, действительно, в каком-то контенте более сложном это имеет смысл, но здесь-то нет. Здесь-то нет. И Данте, он пытается до Измаил достучаться. Чтобы хотя бы немножко, ну, как бы, она же должна хотя бы увидеть, что ему не все равно. Правильно? Эй, Измаил. Да? Да. Она как будто, ей все хуже. Она не расслабляется. Она не расслабляется. Массажик может. Можем мы хоть немного поговорить? Мне нравится развитие Данте. Прям серьезно. То есть раньше он просто был какой-то там на задней роли чел, который толком ничего сделать не может, кроме как воскресить. Хотя у него еще в третьей главе были моменты, связанные с Синклером, как он его поддерживал и так далее. И попытки поддержать Исана в четвертой главе, помнится? Все у тебя хорошо, Исан. Я не думаю, но ладно. Он там дальше просто не пошел этого дела, а сейчас как будто бы он готов. Когда ему говорят «отстань», все-таки, ну... Понимаете, да? Продавить свою мысль. Угу. Как только битва заканчивается, я отзываю Измаил в сторонку. Ну, типа. Я никогда ничего этого раньше не делал. Я даже не знаю, правильно ли я поступаю. И к чему подобный разговор может привести. Однако, ну я должен, да? Я должен, даже не должен, а мне просто хочется это сделать, да? Порешать вопросики с моими ребятами. Я просто не могу сидеть и смотреть. Это круто, ребят. Это реально развитие. Как говорится, character development происходит. Да. Да. Не, все равно, говорит. Прям больно на нее смотреть. Вот честное слово, без симперства мне прям больно на нее смотреть. Она прям замыкается в себе. Похоже, что он... До того, как ты начала работать здесь, ты работала в каком-то другом месте. Очевидно. Ну, знаешь... Ну, то есть... Ты не очень-то... рада групповым активностям и чему-то такому. Да и в принципе, каждый из нас не очень-то раскрывается за пределами своих глав в плане того, чего там у него раньше происходило. А, он другое имеет в виду. Он имеет в виду, что типа я видел, пока мы играли, у тебя, тебя что-то тревожило. Да, я это прям видел. И меня это сейчас парит. Разве не очевидно? Есть что-то более важное прямо сейчас. Но они все сидят, вот это вот играются. Свою глупую игру, блин. Я вот уверен, у нее прямо в описании написано, что Измаил, если показать себя достойным, скажем так, капитаном, она будет нашим одним из самых верных соратников. Но стоит себя показать как идиота... Так она сразу и разочаруется, и заработать ее доверие назад, буквально у нее написано в описании в досье, будет очень тяжело. И мы тебя буквально в началах показали именно так, особенно во второй главе. И она в нас как будто бы разочаровалась тогда еще. Вот. И сейчас мы вот постепенно как будто бы она даже не видит смысла с нами разговаривать, потому что о чем можно с ним говорить, с этим Данте, но может быть со временем она научится его уважать. Больше, чем сейчас.
сейчас где-то на донеш. Она просто вынуждена его считать управляющим. И это что-то более важное, это что-то связанное с Великим Озером, так? Угу, так. Так и есть. Хорошо, а можно, ну, пояснений? Понятное дело, глава это не позволит себе прям чего-то прям супер важного, но я думаю. Хотя кто его знает? Может быть, нам уже дадут завязочку, чтобы мы такие, блин, интересно. Хотя, опять-таки, эта же глава была в августе, я не знаю, как, если тут реально завязка, как люди ждали аж до ноября продолжения. Чисто с держаком, ну, как бы, хотел сказать, с держаком все в порядке, но как будто бы у вас был выбор, да? И хорошо, что мы можем это сделать относительно в меньший промежуток времени, вот что имеется в виду. Хотя по серии раз в неделю как будто бы ничего не меняется для вас. И ты говоришь, что мы в нашем текущем состоянии, нам не следует идти туда, и тебя это тревожит. Нет. Типа нет, не стоит. Или нет, не это меня волнует. Что имеется в виду? Ладно. Тогда... Ты что имеешь в виду? Что у нас никаких шансов нету против того, что там водится? Я уже сказала вам, мы не готовы. Кто не готов? Мы не готовы или ты не готова конкретно? Может, она этого просто признавать не хочет, что она не готова еще сталкиваться с прошлым? То есть, да, там определенно точно опасно, и у нас меньше шансов на успех, чем обычно, но она смотрит в первую очередь на кого? На призму. Что не готова вся команда, либо она сама просто еще столкнуться с этим. Это очень интересный момент. Нам хотя бы полгода нужно будет потратить на то, чтобы акклиматизироваться к Великому озеру и к тому, что там водится. А мы хотим быстро нахрапом залететь, и все. Это очень забавно, учитывая то, что в том же Моби Дике указывается, что их плавание длилось 3 года реального времени. Понимаете, да? И не все так быстро. Так что, ну, скорее всего, это тоже отсылка. Или нам попытаться бы получить больше опыта, чтобы наши трудности преодолеть чисто нахрапом, да? И вас это тоже касается, Данте. Вам нужно сильнее стать, чтобы вы хотя бы о себе могли позаботиться, да? Я уж не говорю, чтобы вы были воином там уровня Вергилия, но сейчас вы просто говорит, если честно, вас постоянно прикрывать нужно. А что, если с вами что-то случится? То есть, на самом деле, в ее словах истина есть. Она так-то не просто, ну, на панике это все говорит. Это логично. Что, если с Данте что-то случится? Ему разобьют часы, и все мы погибнем, и все. То есть, мы буквально в пасть бросаемся. Опасности. Я могла бы помочь вам с этим, и Отис. Я уверена, она бы с радостью помогла бы вам с тренировками. Это интересно было бы на это посмотреть, честно говоря. И Отис, она просто такая, ушко на макушке. Я могла бы, да, показать, ну, пару приемов, так. Она просто, уже знаешь, такая, блин, Исмаил подошла к управляющему, что она хочет от него? Почему кто-то, кроме меня, возле него находится? И она буквально уже слышит. Погодите, блин, ну! Полгода, Исмаил. У нас нет столько времени, так-то, ты же понимаешь? Ну, и ты же понимаешь, что не от нас зависит, куда мы идем и что делаем. Это продавливает Вергилий, а Вергилия продавливает сам Лимбус. То есть мы тут вообще винтики, расходники. Хобби? А, да? И вместо этого вы будете играть в волейбол ваш дурацкий на пляже, потому что времени лишнего у нас нету. Она такая зануда, но вообще-то она права. Ну, по факту. Кригу. 놀고 있자고 말씀드린 게 아니잖아요. 그저
Я ведь не говорю, что мы просто должны сидеть просто сидеть на жопе ровно полгода, да, и ничего не делать. Я говорю, что мы должны другие места посетить, сюда потом вернуться. Это как, типа, знаешь, сложная локация в игре какого-нибудь уровня 50-го, когда у нас там команда 25-го. Что ты будешь делать? Сидеть, грызть гальку, чтобы это пройти? Либо вернешься сюда позже, когда прокачаешься? То есть, ну, это можно понять, да? Типа, смысл. Но я думаю, это специально подобрано так, чтобы максимальное напряжение дать Измаил. Потому что даже заметки, которые они пишут потом, как будто бы специально сделаны так, что о каких-то конкретных вещах конкретный грешник пишет, как будто бы это специально дает какую-то энкефалиновую выработку, либо чего-то вроде того, хотя кто энкефалин этот собирает. То есть как будто бы это специально дополнительная культивация сознания. Как будто бы они нас выращивают как овощи какие-то в лимбусе, да? И какие-то грешники, типа Исана, уже представляет из себя какую-то проросшую картошку, блин. Да? Отсылочка сейчас залетела. То есть вы понимаете, вот это очень интересно. Это все как одна большая спланированная пьеса. Это невозможно. Не каждая локация, не каждое местоположение золотой ветви, что там есть в гнездах, было определено. Угу. И предварительные команды еще не завершили их изучение. То есть это буквально ближайшее и самое доступнейшее место, которое у нас есть прямо сейчас. Забавно, как они все собираются вокруг нас сейчас. Все это лишь оправдание. Но на самом деле может реально казаться, что за вот этой логикой, которую она говорит, просто реально страх самой Измаил. И неуверенность. Может же быть такое, что она просто прикрывается, и это оправдание для нее самой. Я знаю, что за всем этим делом стоит какой-то мотив, блин, да? За вот этими красивыми словами, что у нас просто нету других местоположений и так далее. Я ж понимаю, что все это специально, чтобы выжить на полную меня. То есть это все понятно. И какая бы ни была у вас эта причина, это ошибка, которую вы никогда не забудете. Интересно, мне теперь узнать, справимся мы или нет с этой миссией. Ну, то есть мы получим ветку-то или нет. Было бы очень показательно, если не получим. По итогу, это было бы очень забавно. Возможно. А может быть, ты сама до сих пор не понимаешь, что в этом есть смысл сталкиваться со страхами напрямую и преодолевать их на пике. Это очень любопытно. Блин, ну что за бардак? В таком случае, нам хотя бы карту, блин, нужно получить. Детализированную, там, как плыть мы будем. Спланировать боевую стратегию. Ну хоть что-нибудь сделать, а не сидеть, не играться в игры. Снова ты болтаешь. Ну а чё? Ну вот я не знаю, вот Хитклифа я не понимаю. То есть он такой, мы просто должны делать и все. Мы не должны там ни готовиться, ни думать, ни вообще ничего. Просто рвешься и... Как сквозь шипы, блин, да? Неважно, сколько шрамов ты по пути получишь. Главное, что ты как камень будешь лететь сквозь эти шипованные кусты и просто пролетишь с минимальными усилиями, типа, на ту сторону. То есть это позиция Хитклифа. Я ее просто душевно не разделяю. Понимаете? Не потому что Хитклиф какой-то неприятный тип, ну, не только, да? А потому что, ну, вот его позиция жизни, она вот максимально от моей далека. Я вообще так не делаю никогда. Я скорее как Измаил. Я думаю, это все и так понятно, да? Прямо перед тем, как я думал, что наш разговор в патовую ситуацию подходит, вливается Хитклиф в наш разговор. Почему это так тебе, вообще заботит, вся эта ситуация? В чем твоя проблема, блин, ну реально? Че ты лезешь ко мне? Хватит болтовни, блин. Думаешь, мы тут, что это самое, не страдаем, блин, да? У нас трудностей нету.
Мы кучу раз умерли. Столько, что и не сосчитать. Каждый из нас. Да, типа, хватит скулить, просто делай всего. Может быть, он просто, не знаю, слабоумие и отвага у Хитклифа. То есть он либо настолько силен духом, что для него все это фигня, либо он просто не пропускает в сердце это. Да, настолько, и не задумывается. И то, я не знаю. Поэтому я тебе скажу еще раз, что мы просто как-то через это пройдем. Как-то? Ну как-то пройдем через это дело. Ну как-нибудь, блин. Мы просто обязаны выжить. Да? Почему бы и нет? Я понимаю его персонажа, понимаете? Я просто не разделяю убеждений. И все. Тут даже не дело в том, что это как с Дон, которая просто бесит и все, а потом уже не бесит. Тут не в этом даже дело, а чисто в установке, в моральной. А я тебе говорю, что Великое Озеро отличается от всего, что было. Что если управляющий утонет? Что если та штука сожрет нас и наши тела, их нельзя будет восстановить? Я тебе говорю, что там все иначе. Ты понимаешь хоть что-нибудь, блин? Это вообще не похоже на то, что, через что мы проходили раньше. Это может быть конец, блин, всего. Я тебе говорю, блин. И у меня шанса не будет убить этого ублюдка. Если мы просто скоммуниздимся по пути. Это очень интересно. Пока что... вот, по-моему, Исану пообещали вернуть его идеал. И вернули. То есть его миссия как будто бы выполнена, ну, отчасти хотя бы, да? С остальными грешниками, от которых мы прошли, не знаю. А как будто бы Измаил пообещали, что на месть какую-то совершить сможет. Рано или поздно. Возможно, мы до этого доберемся. Это очень интересно, на самом деле. Мне прям нравится. Ладно. Положим, ты права. И что мы пойдем, если сейчас, что нас сожрут, и... Я не смогу, да, ну, типа, вернуть Кэти, ну, то есть вернуться. Ну, вы понимаете, у всех свои приколы. Забавно, что Кэти и Кэтрин это два разных персонажа, насколько я знаю. Я не прям детально в курсе Грозового Перевала, но я насколько знаю, что Кэтрин, которую симпил Хитклиф, и Кэти это две разные... девушки. Кэти это дочка Кэтрин, вообще-то, вроде бы. Так что, ну, это разное. Falling about. Мне прям интересно, что это такое. Первый раз такое выражение слышу. Ну-ка. Фафинг. Фафинг это лажать. Ну, неудивительно, что я этого никогда не слышал. Угу. Что он имеет в виду, что типа, ну и что с того, что может у нас с первого раза не получится? Да? Что эти киты, про которых ты говоришь, типа, настолько такие жесткие или нет? Да? Это вот имеется в виду. Working out. Модальный глагол этот дурацкий. А, ну и типа, ну и чё? Ну и по пути, может быть, трудности возникнут. Ну и чё? Типа, пока мы будем туда идти, это как, знаешь, когда ты не играешь, это враги качаются, да? Из разряда. Чё, они сильнее станут или чё, блин? Ты просто настроение наше подбиваешь с того момента, как мы сюда пришли. Может, ты хотя бы толику здравого смысла в голове у себя используешь? И не будешь хотя бы всех на дно тянуть с собой, блин, а? Может быть, нам просто все, что нужно, это нормальный настрой, что мы справимся со всем, да? А не вот эта депрессия от тебя. На самом деле в этом есть тоже смысл, да? Он же не совсем глупый, Хитклиф. У него своя логика. В целом-то это тоже так. Просто не будь вот этим якорем, который на дно будет тянуть. Очень забавно, что здесь буквально штука, которая ломает мораль, в игре геймплейно называется синкинг. А синкинг — это буквально утопание на дно. Да? Камнем.
И депрессия — это буквально вот эта вот вода, из которой тебе нужно постараться, чтобы выплыть наверх. Это очень красивая метафора так-то. На самом деле это везде делалось. Все это там связано с водой, вот эти пикатулы Марита Статис, да еще и в Дисторшене про это говорилось, что депрессия связана с водой и так далее. Это прям, да. Да, смотри-ка, легко тебе говорить, Хитклифф. Ага. Такой вот просто, знаешь, умник нашелся, который, ну, не знает, да, что знаю я по факту, через что я прошла. О каком здравом смысле вообще можно говорить, когда дело касается Великого озера? Ты кита хоть видел в своем жизни, блин? Ведешь себя как всезнайка, блин. Типа, да чё, да нам просто, да надо сделать. И на самом деле, вот каждый раз, когда она рот открывает, я понимаю, что у нее так-то в голове, знаешь, что-то есть. Ладно, это прозвучало, как будто бы я считал, что нет. Нет, на самом деле, что она не просто такая, блин, мы не справимся, у нее есть аргументы, буквально. Типа, чё ты рот вообще открываешь, Хитклифф? Ты вообще не был в озере ни разу, чтобы что-то про него там вообще обсуждать. Чего ты вообще знаешь о моряцкой жизни? Да? Ты вообще знаешь хоть что-то об этом, да? Постоянно, блин. Офигеть! Постоянно стонешь о своей подружке или кто она там тебе. Спишь, блин, на автобусе. И это самое... Или шпильку, блин, засовываешь. Постоянно, говорит, орешь на всех, блин, злишься, спишь, блин, и стонешь, блин, это самое. Офигеть, она просто его опустила. Ну, я не думаю, что это является частью взаимоотношений, установки. Это правда. Это же правда. Ну, просто, знаешь, они сейчас наговорят друг другу и чувствуют того, о чем они оба пожалеют потом. Все, хватит. Ну а чё она неправда-то сказала? Ты просто типа ждёшь, да, моменты, когда ты сможешь закончить своё какое-то дело. Ну по факту, ведь она права. Да, но... Правда колет. В море это самое... Ты убиваешь, либо тебя убивают. Да, неважно, о чем мы говорим, что-то из глубин воды, либо с небес, да, которое там спустится, там заберется на палубу. Это вообще, это морской ад, блин. Мы такого не видели никогда. Да еще и природные... Да еще и природные, типа, катаклизмы, которых мы не видели на суше. Кислотные тайфуны. Что это, типа, цунами из Тунфа? Кого, блин? Мозговые штормы. И куча других ужасов озера, которые я даже имя не вспомню сейчас. Кого, блин? Ё-моё. Слушай, она прям жестко распалилась. И я еще не говорю про обычные штормы, да, понятные. И огромные волны высотой с горы, блин. И кроме того, эти гребаные чудища, которых вымывает постоянно на палубу там или куда-то еще, блин. Ты вообще не шаришь, блин. Сидишь тут, это самое, варежкой щелкаешь своей, говорит. Как будто бы, знаешь, жизнь, блин, повидал. Ты хоть раз в море-то был, блин, мальчик? Пипец. Я прям сижу такой, типа... Мне ее неловко перебивать даже, понимаешь? Ну потому что, блин, она так орет прям. Мне прям не по себе встает. Только отвернулся от своего товарища, которому жизнь свою доверял. Все, блин, нету, его сожрали уже. Угу. И все вокруг, каждая чертова вещь, блин, да? Все, блин, и люди, и все такое прочее. Оно какое-то конченое трансформируется во что-то, что вообще, блин, не похоже на себя на этом озере проклятом. Это же, это просто...
Это вообще не что-то такое, что этот жалкий, любвеобильный дурак вроде тебя знает. Нифига себе, она просто его облила помоями, блин. Ну, как бы, она же морячка, а моряки они те еще сапожники. Я думаю, тут могли бы накидать еще больше вот этого всего. Но она просто выпустила, да, из себя напряжение. Пец. Никогда не поймет. Даже если 100 раз помрет. Я чувствую, даже вот никто не ожидал от Измаил, что она может быть настолько, ну вы понимаете, да? Но мне кажется, вот этой нашей инициативой поиграть в волейбол мы еще больший разлад установили. Особенно между Измаилом и Хитклифом. Они просто посрались максимально сейчас. И мне даже интересно, смогут ли они когда-то нормально общаться. Жесть. Я сказал тебе завязывать! И он просто на нее кидается. Ё-моё. Ну все. Вернулись к первой главе, где они друг друга убивали, блин. До того, как кто-то успевает вмешаться, Хитклиф кидается на Измаил и замахивается битой своей на нее. Угу. Он попал по ней? Йом. Ты вообще ни черта обо мне не знаешь, ты, блин. Он просто на нее кинулся, да, и начал ее избивать битой. Просто в мульчу. Ребят, Исан, не лезь, просто под руку попадешь, вот просто стой где-то сзади. Ё-моё. Никто вообще даже не пытается вмешиваться. Слышен лишь звук просто вот этих ударов по плоти. А Исан, он просто как громом пораженный стоит и смотрит на это все просто щенячьими глазами. Такой типа, блин, это же мои друзья, это же мои друзья. Он просто так жалко на него смотреть. Ну, он силен, понятное дело, Хитклиф. Он просто берсерк проклятый. Если вот так вот прикинуть. Я чувствую, нам снова сейчас резать придется Измаил. А теперь вот прикиньте, если бы не было такой сценарной штуки, чтобы мы могли резаться. Да мы бы просто бы друг друга поубивали или бы померли в первой главе бы и все. Мне кажется. На черном экране. Спасибо, что, знаешь, всякую дичь показываете крупным планом, Муны, а, ну, такие вот вещи закрываете черным экраном. Ну, спасибо, конечно. Угу. На какое-то мгновение кажется, что Хитклиф одержал... Он с кулаками на нее... Окей. Там просто звуки такие, будто бы он ее просто размазал в жижу. Он кинулся на нее с кулаками и начал ее избивать. Да? Просто бьет ее прямо в челюсть, и кажется, что Хитклиф уже все. Фига! Нифига! Она просто контратакует его, блин. Она такая, типа, ты че, блин? Как ты посмел на меня броситься, ты? Сволочь, блин. И он просто ошатнулся, он не ожидал такого, что кто-то может пересилить его. Угу. Прямо перед тем, как уже кажется, что Измаил все, она пинает Хитклифа прямо по ноге и сбрасывает его на землю. Измаил, погодь! Погодь, Измаил! Да пусть она пар выбросит, немножко хотя бы. Ё-моё! Во мгновение ока Измаил просто замахивается дубиной своей над ним уже. Слушай, мне кажется, или это самая напряженная вообще ситуация, которая была у нас за все наше путешествие? Просто из нихрена она возникла. Ну, как бы да, она из внутреннего напряжения, блин, возникла, Измаил, и то, что Хитклиф тут со своими приколами лезет к ней. Она высоко вздымает свою дубину и как будто может ударить в любой момент. Ее руки дрожат от ее неконтролируемой ярости. Жесть, она просто как валькирия. Чё ты делаешь вообще? Ну и чё будешь делать? Бошку мне проломишь, как раньше. Ты же сама понимаешь, что ничего это, да, меня резнут, и тебя тоже.
Ладно, убивай меня, неважно. Через минутку буду это самое. Целость. Мне кажется, им нужно какие-то наказания придумывать за такие приколы еще. А Вергилий, он просто чилит. Кофе пьет там вместе с Ольгой, с Рейном, с Микой. Вообще, кстати, вот такой вот момент. Мы же с Вергилием же поедем, правильно? Он же останется на борту. Если что, он нам поможет. Кто-то об этом думал? Это ж первый раз, когда мы с ним поедем. Если он на берегу останется, ну это тупо будет абсолютно. То есть, ну, он может с нами поплыть и вмешиваться просто в какие-то, ну, чрезвычайные ситуации только. Ну, может же, правильно? Ну, когда мы уже прям совсем не вывозим. Как в первой главе, ну, в прологе. Может. Серьезно, если он на берегу останется, я не знаю, как я это восприму, блин. Если озеро настолько опасное, что, ну, у нас же должен какой-то план Б быть на случай, если все реально пойдет по одному месту. И будет шанс такой, что мы погибаем. Это же простое решение, лоу. Ну, как мне кажется. Значит, я идиотом был. Раздумал, что ты как-то от меня отличаешься, да? Ты тоже яростью поражена. Очень забавный вот этот вот какой-то яростный пейринг между Измаилом и Хитклифом, блин. Это очень забавно. У них столько динамики между собой. Своей какой-то такой особенной. Да, не романтической, а вот именно вот какой-то химии. Больше, чем, наверное, у других грешников между собой. Ну, может быть, там на втором месте Роди и Грегор. Но тем не менее. Да и вы все, в конце концов, одинаковы. Так мы все люди, прикинь. Да ладно. Чё-то думал. Смотри, она просто бросила рядом с ним свою биту. И просто такая смотрит на него. Тут столько артов, офигеть. Смотри, она его тоже жестко избила. Капец. Она не стала это делать. Уже хорошо. Это вот отражение ее в воде постоянно. С пустым взглядом. Мне кажется, это вот как будто бы самая сильная эмоциональная реакция, которая только была. И будет дальше еще на протяжении 5 главы. Из грешника. То есть, если стрессовал Исан, то мы этого не видели напрямую. Да, то есть как-то это все, ну, намного поэтичнее прошло, как в сказке, да? А это реальная жизнь. Я даже сам не уверен, что вызвало ее, ну, то, что она внезапно передумала. Но в любом случае это хорошо. Она просто смотрит теперь на Хитклифа с широко распахнутыми глазами и кидает свою дубину, да, вот это вот палец рядом. Как бы мне хотелось, чтобы в дальнейшем мне не приходилось смотреть на такие, на такие разногласия между друзьями. Он такой милый, Сан. Он просто после особенно своей главы так раскрылся, что он просто чел? Он просто чел, да, со своим трагичным прошлым, но у него вообще такой реакции не дождешься, я думаю, от него такой яркой никогда в жизни, пожалуй. Однако такие стычки между товарищами неизбежны, возможно. Ну чё это самое? Эти ребята просто стояли где-то в дверях, смотрели. Ну, то есть правильно, да? Что не лезли в это всё. Ну, потому что... Ну, а чё это их дело? Ага, навевает воспоминания, да? Вот посмотрела, как они цапаются. Мы тоже цапались, как и вы прямо сейчас, да? Но мы через многое прошли, мы через смерть библиотеки прошли, и сейчас мы дружнее будем. Очень забавно. Тут столько на самом... Вот вроде это бонусная глава, да? Которая пролог к следующему сезону. Но, блин!
она настолько важна, это не просто ивент какой-то, это не ивент вообще-то. Ивент — это фарм фигни, когда эту главу делали дополнительную. Сама глава — это именно что мейн глава сюжета. Вообще ничего общего не имеет с ивентами в гаче. Вообще ничего. Сестрица, ну тихо, чё ты лезешь, блин, напряжёнка же в них, ну чё, непонятно. Ну чё там с автобусом, с нашим? Давайте, мы это самое, задержали здесь и так. Данте, 첫 임무로부터 큰 분란이 발생한 적은 없었기에 이야기하지는 않았지만. Данте, я не хотел упоминать это, раз уж у нас не было таких разногласий в самой первой миссии. Суганцадыри 업무 불안은 관리 실패로 간주되어 추후 귀책 사유를 물을 수 있습니다. 아, я вам этого не говорила, но знаете ли, на вас, если что, будет лежать ответственность за какие-то проблемы, да, за неудачи в будущем. Например, вот такие вот стычки, как сейчас, между рабочими. Так что вы знаете, все это не игры уже. Вы становитесь нормальным управляющим. Чё вы думали? Просто слово у вас такое в титуле. Это интересно на самом деле, потому что это впервые, когда это вот нам прям тыкают в лицо эти. Что типа, ну, Данте, я, конечно, понимаю, но в будущем этого вы не должны допускать. Это ваша работа. Я... А вот, Данте, всё, тихоньки закончились. Время расти, да, время большим мальчиком становиться. Это круто. И о чем мне сделать нужно было сейчас? Я думаю, у Данте есть свои способы в таких вот даже моментах их растягивать по углам. Раз уж их сердца буквально к нему приконнекчены. Мне кажется. Просто он сам про это не знает пока что. Либо, я не знаю, он там Мерсо какого-нибудь должен был отправить. Или кого-нибудь еще, чтобы их просто растащить. Или просто он должен был, ну, не позволить им этого сделать. Угу. Я хотел высказать это. Но я свой метафорический язык решил просто попридержать. Слушай, я говорю, вот в каждом эпизоде происходят какие-то суперинтересные движения сюжетные и развитие в плане персонали, что просто вау. Как можно винить управляющего, Фауст? Это же... вина этих двух глупцов, да, что они в это бессмысленное противостояние залетели. Ну да! Ну чё, управляющий для мебели тут? Ну по факту. Он же, ну, типа, ну резаем мы всех, даем команды, ну и чё? Ты чё думаешь? Как будто бы розовые очки вот на Отис. Вот заметили, она вот вроде ветеран войны, но как будто бы в ней здравого смысла порой меньше, чем следует. Как будто бы управляющий для нее это все уже сразу. Он... Ему надо... Ну, может быть, она с позиции действует военных каких-то генералов и так далее, которым, ну, субординация обязывает себя прислушиваться, даже если ты, может быть, не разделяешь местами их мнение. Хотя, кто сказал, что Данте не нужно расти? Ну, по логике-то вещей, правда? Слушай, а нифига себе, серия уже длинная получилась, там... На 1:45, хотя толком-то это два боевых эпизода, даже вне сюжетные. А вот сюжет в этой игре таков, блин, что тут ничего нельзя просто сделать. Да, пока что идем по два эпизода за раз, но так ведь столько всего в промежутке получается. Так ведь? Предотвращение как раз-таки бессмысленных стычек между рабочими, это как раз-таки работа управляющего, если ты не знала. Ты... А чё? Ну а в чём она не права-то? Ну, по факту. Это, знаешь, вот реально половина наших ребят, которые... Ну, не половина, ну, какие-то ребята у нас на разум, ну, на логику, на смысл на какой-то здравый полагаются, а какие-то на какие-то вот чистые эмоции. Или на что-то, что не имеет под собой реальной почвы. Как Отис, например. Да? Это любопытно. Ребят, ну хватит! А есть Синклер, который просто цыпленок, который для разрядки атмосферы нужен. Ну или Дон, да? Хотя Синклер нравится больше, потому что он не просто такой на веселе. Он на всех сторонах спектра. Ну, ребят, ну чё, ну вы, ну...
Да, действительно, такое поведение вообще не подходит героической природе Лимбуса. Кто сказал, что мы герои, во-первых? Но просто эти два желторотика. Вокруг нарастает, ну, как бы, аккуратные, да, вот эти нерешительные слова Синклера, попытки разрядить обстановку Дон Кихот, максимально холодный и непроницаемый голос Отис, и все возрастающий тон речей Отис, Фауст, да, и Отис, которая повышает голос в мою защиту. Мне нужно что-то сделать, Данте, ну ты можешь просто сказать им замолчать? Ты кто тут вообще для мебели? И все это начинает завертываться и раздражать невероятно. Ну так скажи! Ну, скажи что-нибудь. Хватит. Хорош. Ребят, хватит. Мне нравится, как Данте растет, понимаете? Данте, ну просто... Он для мебели был раньше. Он сам толком не понимал, что он делает, для чего. А сейчас вот он... постепенно начинает вырастать эмоционально, как личность. Больше у меня ничего не осталось, как можно отреагировать на это в данный момент. Измаил, Хитклифф. Что, блин? Что, блин? Как дети, блин? Вы больше не работаете вместе какое-то время. Разошлись по углам. Хотя бы, пока я не придумаю способ, что с вами делать. Но видно, в нем еще не уверенность, но он начинает что-то... Да я с радостью. На ее кислую мину я только смотреть, блин. Если мне не придется. Поняла. Блин, вот это напряженка, а. Да... Вот так вот мы, наш настрой нашей команды стал ниже плинтуса. Настолько же, ну, депрессирующий, настолько жалкий, как и жижа вот эта у нас илистая под землей, ну, под ногами. Прикинь, вот это реально еще интереснее в эмоциональном плане, чем то, что было до. И это, пожалуй, пока что самая интересная и насыщенная бонусная глава, ну, 0.5, да, которая... Ладно, ребят, мы вроде закончили, да, с вот этим, разобрались, так что можете дальше пойти мусор собирать, металлолом. Давайте, у нас еще много работы. Грешники просто такие... Черт он. Самое огромное, ну, как это говорится, самое огромное вместилище Синкинга в городе. Буквально у нас под боком, я чувствую, это прям ощущается. И мы несколько еще дней тратим на то, чтобы собрать мусор. Ну, вот все грешники делают вещи. Да, дела. Интересно, как теперь закончится эта глава, конечно, закончить бы в следующей серии. Блин, ребята! Я только сейчас понял... Время собирать мусор, снова повторка, и это бой, но уже не сегодня. Я только сейчас вспомнил, что у нас же еще будет ставка четверга люкскавации в этом выпуске. Ну, потому что по-любому она здесь должна быть. И вы прикиньте, серия какая огромная получилась, даже несмотря на то, что здесь не было истории ничей. Хотя там на самом деле вставка, ну, вставка, говорю, мои мысли в начале были довольно продолжительными, да? Ну, так или иначе, нам еще два эпизода удалось. Там, типа, еще будет три эпизода. Да, ну, типа... Как минимум. О, мы можем... Ладно, давайте в начале следующей серии мы это сделаем. Мы это можем сейчас, но сейчас я предлагаю подвязывать. Да, кстати. Давайте выкупим. Вот это вот я сделаю, чтобы не забыть. Я закуплю... Хотя, ну вот нафига? Мне нужно 6 штук всего лишь. 6 ящиков. Вот. Ну, потому что закроется. Или там какое-то время у меня будет, чтобы награды пособирать. Ну, скорее... Да, 21-го закроется, и все. Все. Давайте. Быстро вот это вот сделаем. Ладно, подожди. Давай сначала вот эта вот ставка у нас будет насчет...
Люк Скавация из четверга, ну а потом перейдем к заключению. Да, серия внезапно на 2 часа плюс, но для серии, которая раз в неделю, я думаю, это вполне себе нормально, да, но учитывая то, что обычно ютуберы такие огромные серии не делают в прохождении. Ладно, давайте посмотрим, а затем вернемся. Так, ну что, леди и джентльмены, настал очередной день вставки продвинутых люкскаваций нити. Кстати, здесь вы можете заметить, что начался ивент, посвященный родословной клинка, да, то есть еще один 5-5. Однако, самое-то забавное, я вот эти вот вставочки записываю раньше, то есть еще даже до первого выпуска 4-5 главы. То есть, скорее всего, вы эту вставку увидите не скоро еще. И первая моя реакция, такой небольшой камин-аут для всех вас, ребят. Первая моя реакция, которая была на этот ивент, типа мы там обсуждали, смотрели вот эти вот всякие приколы. Она не первая была на самом-то деле, я первый раз этот ивент без вас увидел. Ну типа как, я там не копался, не смотрел ничего толком, да, чтобы сохранить на, ну на этот, на основную серию, само собой. Но вы это узнаете, ну, только, ну, если мы за 3 серии уже успели пройти 4-5, последние интерлюдии второго сезона, аж, вы прикиньте, да, как время в спираль свернулось. Но мы не будем в этой вставке об этом говорить, поговорим в основной серии про это. Сегодня у нас новая люкскавация. Новая люкскавация уныния. С четверга, то есть я продолжаю заходить, и там на самом деле есть причина заходить каждый день теперь. Хотя я как-то уже, честно говоря, вот наконец к четвертой главе привык заходить плюс-минус каждый день, фармить ниточки, фармить опыт, буквально минут на 10 или чего-то вроде того, плюс мне сейчас надо там записывать вот эти вот приколы, поэтому окей. Вы, скорее всего, там мне уже, да и может быть я сам узнал насчет предыдущего дня, где была длинноногая фея, абсолютно такая аномалия, которую мы нигде не видели до сих пор. Но так как все это я записываю, ну, типа, каждый день, да, еще раз скажу, до выпуска 4-5 главы даже, я никаких ваших комментариев, ну, понятное дело, получить ниоткуда не мог, потому что, ну, вы понимаете, видосы еще не вышли. Ну ладно, ладно, то есть мы сегодня ровно в середине нашего пути находимся по смотру вот этих вот приколдесов, этих аномалий. Тоже будет сегодня, ну-ка. Ага. Вновь плачущий медный бык. Мне интересно, честно говоря, какие здесь будут аномалии еще, то есть это вновь, это наша самая первая аномалия из четвертой главы, которая потом опционально появилась прямо в конце сюжетного данжа. Так что здесь ничего удивительного, хотя мне, ну как обычно, интересно посмотреть на его усиленную версию и на уникальный фон и эффекты, которые в его личном пространстве присутствуют. И это было довольно непросто. Кстати, когда мы только вошли в четвертую главу, сразу же на босса нас накинули. Это было, конечно, такое... Давай смотреть. У меня всего лишь одна тима 40-го левела, так что никаких изменений здесь быть не может. Потом, возможно, я буду больше качать ребят до 40-го, но я, скорее всего, в сериях это сказал, я их сейчас всех подтягиваю все еще до 30-го. Ну да, подожди, да, это же типа раньше. Это же вставка, она еще раньше, чем я это вам сказал. Но вы это в основных сериях уже, скорее всего, узнали, что я всех на 30-й левел затягиваю, то есть на конец всего первого сезона. Это уже не так быстро и просто, как на 20-й левел, например. Но тем не менее. Давайте смотреть. Очень интересно посмотреть, что за фон у тебя, скорее всего, как Вега в твоем, да? Ну, в капоте. Нифига, во-первых, ты огромный стал. А во-вторых, нифига себе, у него тут адище инферно. Напишите, на что отсылка, вот эти вот кольца. Это тартар какой-то, да, наверное, или что-то вроде того.
просто флегетон какой-то, чаша с углями, блин. Чисто местный ифрит. Офигеть, у него тут жерло вулкана настоящий. Да, мы видели это в КПТМ частично. Но здесь это прям реально жестко. У него тоже меньше 1000 хпм. Это вам не какие-то там на 3000 хпм. На 3 же тысячи они были, да? То есть там джентльмен-фея или лиса. По-моему, джентльмен-фея был жирным. Давай посмотрим, что он может вообще. Описание, понятное дело, почему-то... Я не понимаю, почему они здесь не прописаны. Ну, то бишь, мы же видели, мы же сражались уже. Ладно, окей. Таран, накладывающий Бёрн, пригвоздить, повышает Бёрн-каунт максимально. Все просто, правда, да, если такие себе... рывок, ну типа ворваться. Тоже Бёрн и Стагер прошибает жестко. И пассивок пока что нет. И у него... А, ему, по-моему, нужно прошить по телу сколько-то. Или скорби, чтобы он накопил, да? По способностям. Но пока что этого вообще нету, кстати, в его скиллах. Чтобы у него голова открылась. Как только голова откроется, мы ее уничтожим. Ну, мы, считай, все сделали, да? Чего-то вроде того. Ну, насколько я помню. Насколько помню я, ладно. А, ему не нравится Глум. Ну, значит, пропишем. Хотя, вот как будто бы... Ладно, давай, пусть будет. Забавно, что Глум есть у веселой Дон. Это прям, честно говоря, удивительно. Ну, слушай, Дайс он прокидывает, конечно, такие серьезные. Блин, первый ход он всегда такой... напряженный, блин. Очень напряженный. Потому что шансы наши такие 50 на 50. Развалимся мы прямо сейчас. Или здесь уже она пост. Здесь, скорее всего, придется на чистую удачу рассчитывать. Ладно. Давай сделаем тогда вот так, чтобы у нас резонанс был все-таки. Вот этим вот перекинем. Не уверен. О, хорош! Хорош! Самое-то смешное, что на этот момент мы все еще не видели этого медного быка. В Миррорке в качестве ивента. Блин, офигеть, у него у тела, конечно, стагер. Мы не видели. Это так странно. Но мы на самом деле много чего в Миррорке не видели. Но про Миррорку, ну, если это последний выпуск, да? То... О, они перебросили. Та самая интерлюдия. Блин, как он долбит. Блин, это жалко. А если это последний выпуск по второму сезону, то я все уже вам должен сказать насчет этого дела. Вот, у него появилась переполняющая скорбь, получает при проигрыше в клэше неразрешенную скорбь. А если попадает, то жестко просаживает мне стагер и мораль. По-моему, он должен накопить какое-то количество вот этой скорби, чтобы войти в состояние, когда у него голова появится. Но мы не можем ничем перекинуть, блин. Точнее, ну, я попытаюсь, конечно, а он сразу две юзает. Я попытаюсь, конечно, но ничего не обещаю. Хотя доминейтинг у нас есть. Страглинг. Это как-то... сомнительно, да? Сомнительно, но окей. Но все равно сомнительно. Так, пусть будет вот так. Offense level down, кстати, было бы неплохо. Блин, ну шансы что-то какие-то такие себе, да? Сомнительные, супер сомнительные. Перебросить его. Блин, слушай, жестко. Нейтрал, но... А, еще оппонент теряет клэш пауэр, кстати. Давай сделаем. Блин, меня это... Блин, безнадега. Напрягает, честно говоря. Скорее всего, не справимся и будет больно. Ладно. Главное, да, вот эти вот... Же, это не то. Главное перебросить, короче, вот эти вот его приколы, чтобы он скорби накопил сам. Иначе будет хорош. Как минимум одна атака прошла, и на нем сейчас дуэль будет висеть. Блин, вот это вот плохо. Он сейчас застагерит его опять, хотя у него вроде стагер-то будет повыше. Блин, как он долбит. Подожди, это вторая? Да, подожди, он две скорби накопил, все. Все остальное не так важно. Слушай, он как-то вообще не очень впитывает урон, честно говоря. Так, вот он еще накидывает скорбь. А можно мне типа пассивки? Вот это вот очень странно, да? Игра как будто бы, ну, не понимает, что я это уже проходил. Ну, я имею в виду в том плане, что... Она пост. В том плане, что... Блин, как бы сделать-то, а?
Ну так можно резонанс сделать. В том плане, что нету описания у босса. Хотя... Ну, хотя мы все это видели уже, да? И по одному разу. Давайте эго тратить не будем. Вот так. Понадеемся. Да, хорош. Третье, по-моему, нужно 4. Или 5 этой скорби накопить. Хорош. Да, это четвертое. И вот, условно говоря, в следующем ходу, ну, если не нужно было 4, по-моему, 5. Я помню так, что... Блин, но я опять же говорю, вот эти вот боссы 40 уровня на нашей прокачке сейчас, учитывая то, что у меня всего лишь одна тима 40, да, то есть вариантов нету, как гальку жевать. То есть прям очень урон так неспешно. Да, у него расширяющаяся тоска меняет поведение. Вот у него появляется нагретые стенания какие-то, да? При выигрыше в клэше получает атак пауэр и хосту. И накладывает, ну, типа, колышащиеся эмоции, которые дебафы на нас рандомно накладывают. И подогретые крики, да? То же самое, только как будто бы жестче. И вот она, расширяющаяся тоска. А, если 3 плюс, в следующий ход меняет голову, ну, типа... Голову. Голова, короче, появляется, и он меняет поведение. Хотя здесь еще. Хотя она по факту уже появилась. Что странно. Ну ладно. Так или иначе, голову бы развалить ему, конечно, и вот на это не попадаться. Но здесь дайсы такие страшные, что ужас. Честно говоря. Давай вот так. Немножко его подпалим. Она пост. Блин, у него скорость. Скорость, как у черта. Как мы будем это перекидывать? Ай-яй-яй. Блин, это страшно, реально. Слушайте, дайсы. Блин, и она пост. Кайф. Хотя вот это вот входит в него. В смысле, она пост. А, это мимо него. Это еще хуже. Честно, это еще хуже. Страглинг. Блин. Ну-ка, подожди. Давай откажемся и заберем реально вот так. Так у нас хотя бы шансы есть какие-то. Угу. И при этом это фейворит. Блин, даже это не гарантированный переброс, это жесть какая-то. Нейтрал. Прикинь. Рапчер. И что-то у Синклера скорость какая-то вообще тоскливая, честно говоря. Да. Офигеть, он выкидывает дайсы, ты прикинь? Жесть. Ну, он хоть нас не застагерил, но близко это, слушай, кстати. При этом, типа, голова у него есть, но что-то как-то не чувствую. Жесть, у него дайсы, конечно. О, это хорошо. Это мы неплохо перебросили. Мы там на него Синкин наложим, по-моему, если я правильно помню. Еще и слабый. Жесть. Не, ну вы видите, как он потерял вообще фигню хп, учитывая то, что на нем, ну, дебаф, уязвимость, о, хорош, висят и так далее. Это жестко. Ну, понятное дело, что это медный бык, у него, по-моему, забаговалось что-то, что голова не появляется физически. Ну ладно. Мы ему снесли, в лучшем случае, треть хп. Вот так вот говорю, каждый раз залетать в фарм, ну, это жестко. Ну, это жестко, конечно. Нормал при этом. Ко всем типам урона так-то. Держу в курсе. Там. Не чувствую. Ну, то есть, не чувствую, что как-то мне легко. Дофига. Ну, тут даже не легко, не в этом дело. О, доминейтинг, это хорошо. Даже не в этом дело, а в том, что... Урон не чувствую... А. Урон я не чувствую, что прям проходит жесткий какой-то по нему. Со всеми вот этими дебафами, крафтерами и со всем таким. Прям сомнительно. То есть мы его прям эго долбим всякой фигней. А он такой, да мне наплевать, абсолютно. Абсолютно. 21 вообще выкидываю, пофиг. Жесть, вот это бычара. Вот это бычара. Ну сейчас ему голову... Хватит. Сейчас мы ему голову... Это стагер. Голову проломим, будет намного проще.
А вот только половина атак туда, ну, не входит даже. Хорош. Ну, это эго, очевидно. Ну вот, с тремя юзами эго, конечно, он урона впитал, но не то чтобы как-то сумасшедшее. По голове? Не уверен. Голову надо ломать, короче. Обязательно там будет еще и пассивка. И он, по-моему, жестко ослабится после уничтожения головы. Он сейчас одними и теми же дайсами тупо накидывает каждый ход. Это 7. Просто 7. Жесть, ты что творишь? Волчара. Жесткий. Блин, что делать-то, а? На Синклера, ну ладно, вот одна атака, да и то это нейтралочка, ты прикинь, нейтралочка. Жестко. Риошу, но она как будто бы не отобьет его атаку. Страглин, ты прикинь? Ты прикинь, жестко как? Ребят, что-то я думаю, у нас проблемы. Ну такие, легонькие. То есть... Он стеклянная пушка должен быть, как будто бы... Ооо, боже. Типа не так много хп, но при этом... Ну... Жестко долбит. И при этом... Да, у него не так много хп, но они супер неспешно уходят. Вот, а долбит он реально жестко. И даже учитывая то, что у него там сколько? 4-5 дайсов. Наши ребята не вывозят просто. Даже эго не вывозят, используя. Смотри, что он делает. Он эго чуть не перекидывает своими обычными дайсами. Ты прикинь? Жесть. Ну нет, я говорю, если я буду сюда залетать, то я буду некоторые аномалии скипать просто. Ты смотри, он даже... Мы ему даже пол хп не снесли. Все, голова застагерена, сейчас ее нужно обязательно развалить, и потом что-то будет. Все, это вот прям мастхевная штука. Вот, дамажный дайс. Вот, это правильно. Хотя, наверное, в тело нужно вбить... Уже наконец-то 500. Минус башка. Дай пирожка. И он все еще застагеренный, поэтому сейчас урона будет проходить больше. Да, я понимаю, что на это и расчет, что его рано или поздно застагерить и жестко ему продамажить. И не будет казаться, что у него так уж и много хп, но все равно. Даже под стагером, смотри, ребята долбят и, ну, слабенько ему сносят хп. И что теперь? А, теперь он застагерен во второй раз. Чего? Ну, типа, поникшие рога или чего-то вроде того. Когда голова сломана, все части в следующий ход вновь становятся застагеренные. И потом все части получают 3 атак пауэрдауна до конца битвы. И еще какая-то пассивка, которую я не знаю, кстати. Это, наверное, если застагерить тело или чего-то вроде того. Ну да, у него теперь слоты, связанные с головой, пропали. Ну, здесь я понимаю, да, что это нужно перетерпеть первую часть боя. А во второй части боя ты его просто туканишь и все. В этом как бы основной смысл. Но блин, ну все равно жестко. Все равно жестко. Вот там у него соточка хп осталось, казалось бы, да. В этом ходу мы его как будто бы не добиваем. Добиваем следующее. Но опять он начинает этот вот топтать, скорб юзать, 55 хп. Ну здесь изи уже, здесь как будто бы прокидываем эго оставшиеся, которые можем прокинуть и все. Бычок сдуется. Но все равно. Но все равно жестко. Жойско, я бы даже сказал. Даже жойско. Ну нет, все, он умирает в любом случае. Да, типа с первого раза, но еще раз, это уже пройденный босс. И это фарм. Это, знаете, такие реванши от всех этих противников, которых мы уже встречали. Да. Ну, то есть, само собой, после этого я вам показывать это не буду. Потому что, ну, мы это отчасти уже видели, отчасти вот... Посмотрели вновь. Да, потому что я же типа максимально обстоятельно. Кто-то говорит, что я типа растягиваю то, что я показываю в игре, но мне реально интересно это показать. Особенно для тех, кто типа, ну и, ну, сам не играет в игру, и может быть проще им посмотреть у меня. Да. Все. Чисто пронзили этого бычка. Максимально. У него еще рубин, смотри, какой-то во рту. Максимально, как это говорится, Кенти вылетело слово из головы, ну типа, то есть как-то лорно правильно, не знаю. Но, так или иначе, у нас еще одна аномалия прошла, и у нас осталось вот эти вот 3 аномалии, то есть, ну, очевидно, если там будут боссы другие из
четвертой главы, то кукла должна быть. Там, наверное, какая-нибудь молниевая многоножка должна быть. Донран явно нет. И как будто бы какая-то еще одна аномалия откуда-то еще. Ну, короче, посмотрим. В любом случае, я, скорее всего, завтра опять же зайду. Запишу вам пятницу. И эта вставка длится очередные 20 минут. Так что, возможно, это даст мне немножко отдыха на 4-5, чтобы не так... Да, для вас, возможно, это не очень весело, что вот эти вот 15-20-минутные вставки во всех этих ближайших выпусках, но скажите спасибо, что они не в основных сериях, то бишь я их записываю. Но я бы и не смог. Я поэтому все это заранее записываю, чтобы потом с каждого дня вставки вставить и как бы нормуль. То есть это не уменьшает объем основной серии. Ну, как бы уменьшает, но технически я так и так бы это смотрел. То есть это все равно бы куда-то в хронометраж бы пошло. Так что такие дела. Ладно, ребят, приятного вам просмотра оставшейся части серии, пожалуй. Так, а что у нас тут есть? Так, ну это, понятное дело, я еще сделаю. Ну, понятное дело, я еще схожу в люкскавацию сегодня за кадром. Вот так, что я хочу? Я хочу что-то купить на Ханлу. Еще раз говорю, 180 в среднем нужно шардов, то есть это 90 коробок. У нас их, кстати, нет, но я надеюсь, что мы все-таки в плюс выйдем. Так что мы открываем все коробки на Ханлу. Нужно 180. И мне не везет, смотри. Но именно поэтому мы купим еще. Мне нужно еще 3. Да, еще 3 коробки. Ну, просто, чтобы выжить прям по полной. Купим еще вот один пак. А, мы по одной покупаем. Я думал, мы по 5 покупаем. За раз. А-а-а, нифига. Ну, тогда слушай. А, мы по 5 покупаем. Ладно, давай купим все уж. Хотя, я бы нити купил на остатки, раз такое дело. Ну, типа 15 нитей это фигня, само собой, но мы хоть используем вот это вот все, чтобы они просто не сгорели у меня. Так, ну и сейчас давай... А мне больше некуда их тратить. Насчет коробок вы тоже напишите, они тоже сгорят или как? До следующей серии еще можно будет. Так, 6 мне нужно. 6 выпадает, ровно 400. Я думал, что мне купить на него... Я так прикинул, что раз уж мы купили две идентичности и одно эго, нужно какое-нибудь эго купить, потому что, ну, Диечи, Хонлу я пока не готов толком его покупать. А здесь вот среди эго я на самом деле рассмотрел вот этот Dimensional Shredderer. На Хонлу хешка неплохая. Да, через чардж, но выглядит она неплохо. Тем более, что вообще у меня есть какие-то хешки на Хонлу. Есть! Эфервесент Corrosion, и будет у нас первый выбор, у меня точнее будет первый выбор, блин, за всю игру среди эго. Но я думаю, что оно того стоит. Раз уж чего-то на Ханлу покупать, мы в любом случае вавов на него не имеем. Поэтому вот, можно было идентичность, но нафига? Типа... Дечи не хочу, еще раз говорю. Другие варианты... Давай посмотрим. Ну, Вальпурги его ночь нет. Здесь какие у нас варианты есть. У нас есть вот этот Розея Дизайр. Но он как будто бы не такой крутой. Ну да, он как бы дебафает, но всего на 3 цели. Снижает защиту. И это все с самого первого сезона. И эго у них прямо так же, как и с идентичностями. Ну, как бы современные идентичности. Как будто эго, точнее, они... поинтереснее будут, чем старые в большинстве своем. Ладно, давайте, может быть, я не буду покупать, но... Как будто бы... Сомнительно. Как будто бы сомнительно. И это буквально единственное, что мы можем купить. Ладно, давайте, я не буду покупать, вы мне скажите. Вот Dimensional Shredderer или Розея Дизайр. На Ханлу вы бы порекомендовали мне больше. Ну и вообще в целом, да? Кстати, Розея Дизайр это кто? Это Тед. А, кстати, какой у нас Тед на него? А, содовая же, да? Ну, в общем,
целом-то, я думаю, вы скажете, что разницы особо-то и нет, что купить. Да. Но думаю, большая часть порекомендует именно Dimensional Shredder, потому что он просто новее, и у него, возможно, больше использования, хотя с другой стороны, можно жестко дебафать на защиту. Разъедет дизайром. Да, у нас еще есть к следующей серии время. Ну, как минимум, да. Так что пишите, что думаете. Тоже где-то в начале дня, в начале недели следующей выйдет следующая серия, где мы продолжим вот это вот движение по 4-5, не знаю, закончим или нет, не знаю, учитывая то, что там и роллы будут, и история, и так далее. Даже если мы не закончим, неважно, потому что кроме вот этого у меня еще 3 вставки люкскаваций осталось, так-то, да. И если еще на пару серий, допустим, продлится 4-5, потом еще будет интерлюдия, четвертая, да, в которой мы будем добивать второй сезон, как будто бы это все идеально сюда ложится, и я такой, что не против. Что забавно, получается, что мы в 4-5, как будто бы дольше даже, чем 3-5, хотя помню, мой Джек говорил, что так не должно быть. Ну да, но кого ты смотришь? Ладно, ребят, я надеюсь, что эта серия вам понравилась, если так, то... Ставьте лайки, там подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал, ставьте колокольчики, чтобы не пропустить дальнейшие выпуски. Ну и пишите комментарии, еще раз я надеюсь, что вы сразу пишите комментарии насчет каких-то вещей, которые я прошу, а не выискивайте их потом по серии или не ждете, что я в конце просуммирую. Да? Ну, большинство так и делает, это правильный вариант. Так вот, залетайте на стримы или смотрите записи трансляции, если вам это интересно, там как минимум можно пообщаться, да? И что-то у меня задать, какие-то вопросы в прямом эфире сразу. Вот. Все необходимые ссылочки там на соцсети или на поддержку канала, как обычно, в описании под видео, в шапке канала, либо в описании канала, где вам удобнее. Также вы можете... озаботиться подпиской на Boosty, там соточку буквально это стоит, и контента на месяцы вперед отходящие от того, что выходит на Ютубе. Я вообще без понятия, когда эта серия выйдет на Ютубе, ну, до конца года, наверное, да? И просто учитывайте, что когда бы оно ни вышло, наверное, в сентябре или в октябре оно будет, или чего-то вроде того, что эта серия выходила еще до конца марта, где-то в середине, ну, просто вот прикиньте, да, сколько вы, ну, месяцев можете получить контента прямо сейчас. Что-то из этого, возможно, даже на Ютубе не выйдет, но мне, ну, не хочется делать уникальный контент, не потому что я не хочу, да, ну, просто его делать, а потому что, ну, я не хочу обделять тоже ребят с Ютуба в плане контента, потому что, ну, я хочу, чтобы все посмотрели то, что я буду делать. Так что я, так вот, можно сказать, забочусь обо всех. Ладно. Ну а те, кто уже поддерживают, разумеется, вам огромнейшее спасибо за эту самую поддержку. Вы, ребята, прекрасные. Ну и мы с вами увидимся в следующем выпуске. Что бы там ни было, да. Какой бы контент вы ни смотрели. Так или иначе, надеюсь, что у вас все прекрасно. Всем удачи и всем пока-пока, ребята.